Про выставку. Вот. Мне трудно говорить, потому что я не был на этой выставке. Вот. Но я там немного не читал, когда она была еще в Москве. Да? И я примерно представляю себе, могу сказать точно, что я представляю себе хорошо эту экспозицию последнего зала. Меня там резко не устраивают в этой экспозиции две вещи. А я считаю, что они не имеют отношения к истории, а имеют отношение к текущей политике. Вот. Во-первых, это политическая канонизация последнего русского самодержца. Я, безусловно, признаю святость царской семьи. Более того, в общем, я уже много-много лет, еще до того, как официально была прославлена царская семья, поскольку я крестился в приходе зарубежной церкви, я вечером там в правило включаю вот молитву святым царственным мученикам. Но я говорил уже на наших лекциях и акцентировал ваше внимание на том, что с моей точки зрения канонизация и прославление православной церковью царской семьи и Николая Александровича ни в коем случае не означает его политической канонизации, да, то есть безусловного одобрения и положительной оценки безусловной тех политических, я подчеркиваю это слово, решений, которых он принимал как монарх, как самодержец. Вот. Многие его и политические решения, и кадровые, к сожалению, то есть он назначал министров, он осуществлял административные назначения, они, с моей точки зрения, были ошибочны. Одним из самых таких неудачных назначений, я считаю, было назначение военного министра, генерала Сухомлинова. Он был военным министром с 1909 до 1915 года. И один пример, буквально вот, когда произошла февральская революция, то правительство, которое он сам назначил во главе с председателем Совета министров, оно исчезло, само распустилось, в общем-то, в Петрограде, оставив столицу и империю без высшего органа исполнительной власти, что имело самые пагубные последствия. Последние вот февральские дни 1917 года. Я считаю глубочайшей ошибкой, которая тоже имела колоссальные последствия, его отъезд из ставки действующей армии из Могилева. И, к сожалению, я полагаю, я об этом говорил, когда вот мы говорили об отречении, да, в прошлом году, по-моему, позапрошлом, я говорил о том, что в общем, скорее всего, этот отъезд был вызван личными мотивами. И в такой момент, который переживала империя и армия, он же был не только монархом, но и верховным главнокомандующим, руководствоваться личными мотивами было нельзя. Надо было увозить семью в царское село. Он исчез там на 40 с лишним часов, и за эти 40 с лишним часов очень много что произошло. И, наконец, последнее, да, но это уже вот буквально я, наверное, пришел, хотя бы это было, в общем, и раньше как-то понятно, но вот сам для себя я это сформулировал совсем недавно. К сожалению, монархический строй в России, русскую монархию, историческую русскую власть, она была ликвидирована не в результате февральской революции, да, не в результате солдатского бунта в Петрограде, а в результате двух актов, которые последовали от, так сказать, да, вот представителей дома Романовых. Во-первых, в результате акта императора Николая Александровича. Я не имею в виду сейчас отречение за себя. Я абсолютно убежден в том, что он отрекался, исходя из благих побуждений, руководствуясь мыслями о благе России, тем более, что в этом его уверяли, да, значит, практически все представители высшей военно-политической элиты, в первую очередь представители высшего русского генералитета. Но чудовищной, самой страшной ошибкой было отречение, лишение прав на престол цесаревича Алексея Николаевича. Он не имел права этого делать ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения нравственной.
потому что это решение было шоком для всех участников событий. И даже такие монархисты, как Александр Иванович Гучков и Василий Витальевич Шульгин, которые ехали из Петрограда в Псков, где был штаб Северного фронта, принимать отречение монарха, они были уверены, абсолютно уверены в том, что они идут принимать отречение при, с одновременным вступлением на престол цесаревича Алексея Николаевича. И для них, когда Николай Александрович объявил о том, что он отрекается из-за сына, они были все пошарашены. В Могилеве, в ставке, в аппаратной, где был центр узел связи, телеграфную ленту принимал первым великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии, очень дельный великий князь. И первая фраза, когда он, что он прочитал на этой телеграфной ленте, что отстучал аппарат, он сказал: «Господа, как в пользу Михаила, вот так штука». Почему это событие имело такие катастрофические, почему отречение за Алексея имело такие катастрофические последствия? Потому что армия была связана еще присягой Алексею Николаевичу, как наследнику престола. Если вы прочитаете текст присяги, то вы увидите, да, старой русской присяги, вы увидите, что вступающий в военную службу присягает не только действующему монарху, но и наследнику престола. А эта присяга папе и мальчику там, да, она была, ну, я бы сказал, единственным понятным русскому человеку с невысоким, вернее, с отсутствием вообще какого бы то ни было уровня образования, если говорить о рядовых, она была единственным понятным таким юридическим, ну, юридической скрепой, если хотите, да, которая сдерживала поведение девиантное, да, отрицательное поведение. И, в общем-то, несмотря на все те эксцессы, которые произошли в Петрограде, бунт запасных батальонов, который вылился в революцию, там, убийство офицеров и городовых и прочее, прочее, как бы вступление на престол Алексея Николаевича, делало эти события как будто не бывшими. Ведь государственный строй не менялся, да? Ну, произошли там какие-то, да, кровопролития, эксцессы, волнения. Но строй, да, основа его, фундамент, с ней ничего не происходило. И как бы армия продолжала быть мотивирована вот этой присягой. Ну, еще тут один нюанс есть такой, что Алексей, видите, было много претензий. Вообще, основные претензии – раздражение. Сейчас не надо говорить по вопросу, насколько это раздражение было оправдано, насколько оно было адекватным в обществе, в элите, в офицерском корпусе по отношению к императрице Александре Федоровне, но так сказать, по отношению к императрице оно было очень сильным, по отношению к императору оно было менее сильным, но тоже было. Алексей Николаевич – это, в общем, невинный подросток, у которого нет никаких грехов в глазах общественного мнения. И вступление на престол ребенка, как бы, ну, если хотите, снимало проблему Распутина и вот всего того шлейфа негативного, который в массовом сознании уже за царствующей фамилией существовал. Я бы даже сказал, это, конечно, такое допущение, но можно сказать, что повторялась ситуация там 1613 года, когда на русский престол вступал, в общем, очень юный царь Михаил Федорович. И, ну, я не знаю, там, Марина Цветаева в эти дни пишет свои знаменитые стихи, там, значит, как раз, да, вот на фоне всех этих событий, там, я не очень плохой чтец, но, да, вот примерный смысл, что, там, за голубя, за сына помолись, православная Россия, да, то есть это, в общем-то, был выход из ситуации. И, конечно, вот это был, может быть, последняя возможность еще, да, предпоследняя возможность преодолеть февральский кризис. А почему Николай Александрович, да, отказался из-за сына, чего он не имел права делать с престола? Удивительно, что на это, в общем-то, согласился правительствующий сенат и те люди, которые принимали отречение. Ну,
Я думаю, он сам об этом сказал, да, в разговоре о том, что, дескать, ну, мальчик был неизлечимо болен или практически неизлечимо болен. Он мог умереть на следующий день, а мог прожить 10 лет еще, 20, было непонятно. Вот. Но он вот понимает, что ему, скорее всего, придется уехать, и маме, может быть, в Крым, а может быть, вообще за границу, а сын останется в Царском селе. Он не хотел с ним расставаться, и он вот сказал там в одном из разговоров частных в эти дни, что, надеюсь, вы поймете чувство отца. Александр Солженицын, который, конечно, на мой взгляд, не историк профессиональный, да, вот, его размышления о февральской революции, у него есть такая небольшая работа о февральской революции, они очень там противоречивы, там есть много здравых мыслей, а есть много фантазий, на мой взгляд, но там, тем не менее, вот применительно к этому эпизоду, там очень четкая совершенно дана и верная, как мне кажется, характеристика. Примерно так пишет Солженицын, что почему терпели Распутина? Потому что Распутин облегчал страдания наследника. Ну так, популярно. А зачем нужно было облегчать страдания наследника? Ну как, это же наследник, его нужно было бы беречь для России. Так вот, пишет Солженицын, тот момент, ради которого его берегли. Вот он, 2 марта по старому стилю, да, 15 марта по новому стилю. Вот это тот момент, ради которого берегли наследника. Нет, опять, понимаете, вы поймете чувство отца. И Солженицын говорит, что если окажется, что берегли наследника не для престола, не для России, а для себя, тогда лучше было бы всей семье лет на 10 уйти на отдых раньше этого события. Жестоко, конечно, но, в общем, справедливо, на мой взгляд. Поэтому это была, так сказать, конечно, самая большая политическая ошибка с самыми далеко идущими последствиями. Конечно, я еще раз подчеркиваю, Николай Александрович в тот момент, надо быть объективным, он не предполагал, что великий князь Михаил, его брат, в пользу которого он отрекается от престола, откажется принимать вообще до созыва учительного собрания, которого не было предусмотрено никакими российскими законами. Это уже была революция, введение, да, в... как бы, так сказать, политическую конструкцию Российской империи, российского государства, какого-то непонятного учительного собрания. Вот это была уже революция настоящая. И потом в дневнике, да, Николай Александрович пишет, когда он узнает о решении Михаила, Бог знает, кто надумал Мишу подписать такую гадость. Михаила Александровича понять тоже можно, потому что все произошло настолько быстро, и он в течение 2 суток оказался вдруг русским монархом, да, в метущемся Петрограде, без достаточно надежной вооруженной силы здесь, в городе, в столице. И он просто, у него не хватило силы воли, если хотите, да, мужества принять это бремя. Может быть, нужно было бы принять, чтобы на следующий день быть убитым, но это бы уже, понимаете, тоже бы ситуацию резко изменило. Потому что хоть в лепешку разбейся, а он законный государь. Законный государь, да. Но он, не согласившись принимать престол, что получилось? Он не согласился принимать престол, но и не отказался от него. И он тем самым закрыл дорогу для всех других представителей дома Романовых. Таким образом, русскую монархию ликвидировали вот эти два акта по существу. И, в общем-то, людей, да, которые эти акты подписали, по-человечески понять можно, почему они так поступили. Но это было не по-царски, скажем так. Потому что уж если ты монарх, так уж если такое бремя, да, взял на себя, да, то это же бремя в первую очередь. Вот. Теперь по поводу вот, значит, выставки, что как раз проблема-то в том, что вот на этой выставке, как у меня сложилось впечатление из того, что я читал по московским отзывам, царская семья, она представляется святой, идеальной и в политическом отношении, чего, на мой взгляд, не было совершенно, да, но это преподносится именно так, и это здорово на самом деле расходится с образом реальных людей. То есть я бы даже сказал, что вот эта любая сусальность в отношении любого святого, как мне кажется, она его не возвышает, а принижает, потому что она не дает увидеть за этой сусальностью живого человека с его сомнениями,
терзаниями, ошибками, страстями и в то же самое время величием. Понимаете, если она такая сусальная, это вообще непонятно, а что, собственно, такого царская семья сделала, за что их канонизировали, да? Как же они, почему же они так вели себя вот в последний год своей жизни? Там на отдельном стенде приведены основания для канонизации. Нет, это все хорошо, я же не против того, что они там приведены, это правильно. Я против того, как это преподносится все посетителям выставки. Это первое. И второе, что вызвало у меня бурный протест и совершенно, так сказать, негативную реакцию, это в то, что муссируется опять тема. То есть такое впечатление, что весь смысл выставки сводится вот к этому последнему залу. И какой теме? Да, к теме предателей. Что, почему произошла февральская революция? Потому что появились где-то кто-то, какие-то предатели, которые предали царскую семью. И этих предателей, этими предателями называют представителей высшего русского генералитета, включая в первую очередь Михаила Васильевича Алексеева, которого я глубоко чту и уважаю как очень верующего и, так сказать, религиозного, настоящего русского патриота. Человека, который совершил невозможное, да, что можно было сделать в конце 17-го года. Почему-то считается, что, значит, в двух словах, что произошло, напоминаю, в ночь с 1 на 2 марта 17 года у главнокомандующего армиями Северным фронтом генерала Николая Владимировича Русского был длинный разговор по телеграфу с председателем Временного комитета Государственной Думы Михаилом Владимировичем Родзянко. Родзянко описал ему то, что происходит в Петрограде, то, как он это видел. Утром 2 марта Русский передал копии этих переговоров в Могилев, в ставку Алексееву, с повелением государя познакомить с этими, так сказать, переговорами командующих фронтами. А суть разговора между Русским и Родзянко, это все опубликовано еще бог знает сколько лет назад, десятилетий, сводилось к тому, что для того, чтобы успокоить народные страсти, которые теперь бушуют, недостаточно недостаточно предоставить Думе право формировать правительство, да, Совету министров. Нужно передать всю власть политическую, да, Думе. То есть Россия совершенно снялась конституционной монархией. Этого мало теперь. Нужно отречение самого монарха, иначе, пишет Розянко, хаос будет проникать глубоко в тыл, снабжение армии будет парализовано, мы не сможем продолжать войну. А фронт целиком зависит от снабжения из тыла, раз. Каждый день нужно кормить там 7-8 миллионов человек. Но самое главное, что на начало апреля намечено наступление вместе с союзниками, генеральное, которое должно стать одним из решающих и одной из решающих операций в ходе войны. И, соответственно, в штабы командующих фронтами, Западный фронт, Юго-Западный фронт, Румынский фронт, Балтийский, Черноморский флот, туда все, Кавказский фронт, да, в Тифлис, переходят вот по телеграфным проводам, передается содержание этих разговоров. И где-то примерно там в районе 11-12 часов дня 2 марта приходят ответы от всех командующих, суть которых сводится к тому, что, ну, раз такая ситуация складывается, ужасная жертва, но лучше, может быть, чтобы ради России пойти, так сказать, на эту жертву. И Алексеев передает эти телеграммы в Псков, прикладывая свою телеграмму, очень двусмысленную. Алексеев не пишет в этой телеграмме, что отречься нужно. Он пишет, что вот ситуация вот такая, вот такие ответы, и заканчивает очень интересной фразой. Жду ваших повелений, да, ваше величество. То есть Алексеев предоставляет право решения монарху в этой ситуации. Николай II, познакомившись с этими полученными ответами, а там были великий князь Николай Николаевич, да, командующий армией Кавказским фронтом, он коленопреклоненно просит отречься, не просто просит, а коленопреклоненно, и все во имя России.
В общем-то, Николай Александрович, понимая, что вот позиция генералитета такова, вот принимает это решение, но, видимо, так сказать, они-то все эти телеграммы отправляют, думая, что речь идет о замене просто фигуры на престоле. То есть теперь должен быть Алексей Николаевич, Алексей I, новый российский монарх. Николай II отрекается и за себя, и за сына, чем вообще сразу ситуацию ставит в другую плоскость. Значит, в чем тут нюанс есть очень большой? Да, так вот, я не вижу субъективно, вот я читаю текст присяги, я не вижу никакого предательства со стороны командующих фронтами своего императора, да, в том, что они прислали эти ответы, поскольку у них эти ответы запросили. Предательство было бы в том случае, если бы Николай II им сказал бросить войска на Петроград, они сказали, а мы не будем этого делать. Мы вам отказываемся подчиняться. Или они бы арестовали его. Вот это было бы предательство. Но здесь возникла ситуация вообще немыслимая. Да? Ведь тут надо еще что себе понимать. В 2014 году было введено положение о полевом управлении войск. Николай II, главнокомандующий русской армией, ни один документ не предусматривал, что главнокомандующий будет обращаться к своим подчиненным и спрашивать у них, оставлять ему свою должность или нет. Это нонсенс был вообще для императорской армии. То есть эта ситуация была, ну как сейчас говорят, нештатная, совершенно ненормальная. Как себя в этой ситуации нужно было вести, не было ни одного документа, регламента. Говорить о том, что не хотели отправить войска на Петроград, это неправда. Генерал Иванов уже дошел со своей карательной экспедицией там, чуть ли не до Царского села. Николай II сам запретил ему какие бы то ни было активные действия, послав телеграмму. Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда никаких активных действий не предпринимать. Но он не доехал до Царского села. Значит, ну и самое, я еще раз говорю, на что соглашались командующие фронтами? На то, что произойдет отречение ради спасения, успокоения страстей, ради, так сказать, спасения боеспособности армии, возведение на престол императора Алексея Николаевича. Все. Больше ни на что они не соглашались. И учитывая, что они давали присягу и наследнику престола, да, то есть здесь вообще как бы я проблемы не вижу. Но очень нужно было найти виновных в этой ситуации. У меня есть документ дома очень интересный. Это было, естественно, вообще не в советское время сделано. И не в России, и не в Советском Союзе, а в эмиграции. У меня есть очень любопытная бумага. Это письмо одного из русских офицеров, другому там старшему начальнику воинской за границей, из Аргентины, где он пишет, 58-го года. Он был, значит, его приглашали на большое общественное собрание русских мигрантов. Тогда еще многие были живы. В Буэнос-Айресе, посвященное 40-летию революции. Он-то не по февральской революции, отречение. Он не пошел туда, 57-й год. Он туда не пошел. И когда его спросили, почему, он ответил, потому что вы будете лить грязь там на такого-то, 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 а я считаю это неправильным. И тогда один из монархистов, который устраивал это собрание, он очень фразу интересную сказал. Понимаете, Николай II и царская семья погибли страшной мученической смертью. Мы не можем на Николая Александровича, государя-императора, возлагать какой бы то ни было ответственность. Поэтому выбрали козлом отпущения генерала Алексеева. Вот. И козлом отпущения стал генерал Алексеев, а когда советская власть кончилась, значит, у нас, да, то все вот эти эмигрантские дрязги, они попали, соответственно, в 90-е годы уже в Россию и зажили своей новой такой самостоятельной жизнью, потому что появилась, так сказать, целая теория, гигантская концепция о том, что существовал такой мощный генеральский заговор, связанный там с масонами и с евреями. И вот они специально все это в Петрограде устроили, до такого же договариваются. То есть они, генералы, командующие фронтами, специально через Гучкова устроили солдатский бунт в Петрограде, чтобы вынудить Николая II к отречению. Это полный бред вообще. Извините, а вопросы потом, да? Да, вопросы потом, да. Вот, это полная чушь вообще, совершеннейшая. Но нужны были козлы отпущения в виде генералов. И вот эти, значит, теперь во всех бедах России обвиняют вот этих четырех генералов и генерала Алексеева.
Тут, правда, в этой истории есть один очень важный нюанс. Вот какого характера. Значит, Николай Александрович вернулся на следующий день, там, 3 марта, по-моему, он уже вернулся в Могилев, и они встретились с Алексеевым лично. Это уже было после того, когда великий князь Михаил отказался, так сказать, да, принимать престол. Николай II с Алексеевым встретились. Если вы посмотрите дневники Николая II за 3-4 марта, вы увидите, что Николай II называет там Алексеева добрым. То есть он нигде не называет его предателем. Наоборот, он пишет, пришел добрый Алексеев там и прочее. Вот. Есть такие сумасшедшие, которые говорят, что дневники Николая II вырваны, эти листы подделаны большевиками в 20-е годы, а подлинные листы утрачены. Но я могу, хотя если вы утверждаете, что дневники подделаны, предъявите акты графологической экспертизы, это очень легко, так сказать, установить, но пока нет никаких официальных заявлений со стороны архивистов-хранителей, что эти дневники кем-то подделаны. Но хорошо, представить себе, что записи за эти числа подделаны можно, невозможно себе представить, что человек, который от имени большевиков подделал эти записи, стал называть основателя белым движением добрым. Это абсурдно. Я думаю, что это рука государя, он действительно, так сказать, все как есть, как есть. Но вот они встретились и поговорили, вот что тут могло быть, действительно, что могло быть, но этого мы не знаем. И, видимо, не узнаем уже, пока не встретимся с участниками событий. Я допускаю, что генерал Русский утром 2 марта отправил Алексееву в ставку в Могилев, так сказать, соответственно, от имени Николая II, запрос для командующих фронтами, а на самом деле Николай II такого указания Русскому не давал. То есть Русский это сделал по своей инициативе, для того, чтобы ускорить развитие событий. Естественно, что Алексееву не могло прийти в голову, что, потому что это было опять-таки вне, так сказать, традиции императорской армии, что командующий фронтом может, сославшись на повеление государя, которого на самом деле не было, обратиться к нему с просьбой вот о рассылке вот этих, содержания этих переговоров на фронты. Но, с другой стороны, видите, Алексеев потом прожил еще, значит, соответственно, умер в октябре 18 года, он общался со многими участниками событий, Анна Николаевна, вдова его, умерла вообще в эмиграции, прожила еще довольно долгую жизнь. Вот, генерал Деникин прожил еще там 30 лет после этого, и Алексеев никому не говорил, что вот так произошло. Правда, там некоторые офицеры в мемуарах писали, что в марте 17 года, в 20-х числах марта, когда пили чай в ставке, кто-то из офицеров сказал службе связи о том, что, дескать, никто никого не обманул, Алексеев так поставил чашечку на блюдце и сказал, кроме генерала Русского. То есть Алексеев, видимо, считал, что Русский его в чем-то обманул, но в чем... Тайна сия есть. Может быть, в том, о чем я говорю, а может быть, в чем-то другом, во всяком случае. Но, к сожалению, вот эта, так сказать, деталь, она не имеет прямого отношения к, значит, так сказать, сути событий, которые произошли 2-3 марта, имею в виду к этим двум актам, которые были подписаны. Сейчас еще выдвигается масса конспирологических версий, что Николай II вообще отречение не подписывал. Оно было подписано с ошибками, карандашом. Это, ну, не имеет вообще никакого отношения к реальной истории. Да? Отречение было опубликовано в десятках газет, журналов. У меня у самого есть сканы дома. Вот. И ни у одного подданного российского государства в марте 2017 года, членов правительствующего сената, не говоря о том, что он сам в дневнике уже пишет, в дневниках о том, что нужно было отречься, я подписал, да, манифестом. А чем он его подписывал? Карандашом, шариковой ручкой, фломастером? Это вообще не имеет никакого значения на самом деле. Вот. Более того, есть еще очень важное, абсолютно железное подтверждение. По-моему, 4 марта в Могилев приехала из Киева Мария Федоровна, императрица, мама Николая II, вдовствующая императрица. Они провели очень много времени вместе в дневниках Марии Федоровны, в камер-фурьерском журнале, это все подробно записано. И Мария Федоровна, у нее, так сказать, я отрекся, но вот на меня Русский обращался со мной грубо там и так далее. Вот это то, что она передает в этих записях. И потом Мария Федоровна, оказавшись, как вы знаете, она умерла в эмиграции, да, никогда в жизни она не подвергала сомнению тот факт, что ее сын,
любимый Никита, так сказать, отрекся от престола, она очень его жалела там и всячески ему сочувствовала. Вот, поэтому все вот эти рассказы о том, что Николай II не отрекался, или о том, что ему там руки вывернули, так сказать, пистолет приставили и прочее, это все историческое жульничество, не имеющее никакого отношения к науке. Что вызывает у меня совершенно... Вот теперь по поводу выставки. Это было длинное предисловие, сейчас будет коротенькая сказка. Так вот, к сожалению, в нашем обществе сейчас истерика такая поднимается, да, и она уже не первый раз в истории нашей страны происходит. Это поиск ведьм, поиск каких-то предателей, замаскированных, подлинных и настоящих. Если вы посмотрите то, что показывают по телевизору, последние там документальные фильмы всякие, биохимия, предательство, еще что-то. Вот если посмотреть, такое впечатление, что все вокруг нас кишит какими-то тайными предателями, которые стремятся только, чтобы подгрызть основы российского государства, предать кого-нибудь, да, так сказать, разрушить государство. Тайные бандеровцы, тайные власовцы, фашисты, я не знаю, контрреволюционеры. Бог знает еще, так сказать, соответственно, кто, да. И поэтому выстраивается вот такая логическая цепочка. Вот в феврале 2017 года было, так сказать, некое предательство, когда собрались там тайные предатели и предали монарха. Вот потом еще раз было, потом, значит, убили, так сказать, предатели собрались, убили великого государственного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина. Потом в 91 году предатели Горбачев, Ельцин, там еще кто-то разрушили Советский Союз. И вот сейчас опять собираются толпы предателей, их надо сейчас найти и уничтожить. Пафос-то, месседж-то какой, да? Давайте срочно их найдем и уничтожим этих предателей. Вот. И, собственно говоря, суть вот этой, да, тренда вот этого, да, месседжа, послания, то, что на этой выставке посылается, это не имеет никакого отношения, я думаю, к почитанию царской семьи или к рассказу о том, да, какие были проблемы и какие успехи у Российской империи в последнее царствие. Нужно реально говорить, что Российская империя к 2014 году достигла таких-то достижений. Но при этом, как совершенно правильно говорит мой всегдашний оппонент, у него были такие-то проблемы. И мы в ходе наших занятий пытаемся всегда об этом говорить, что были такие-то результаты, а были такие-то проблемы. Вопрос, да, чего было больше и можно ли было с этим справиться, с этими проблемами и, опираясь на эти достижения, развиваться, так сказать, дальше там и прочее. Вот. Вот это здравый совершенно подход. Но вот эта вся конспирология, то есть представление о том, что история, так сказать, это суть есть там, суть тайных обществ, которые, так сказать, манипулируют людьми и совершают такие, так сказать, грандиозные события, вот, не имеет отношения, как мне кажется, ни к чему подлинному. Я за то, чтобы были выставки, посвященные царской семье. Я, так сказать, за то, что обязательно, конечно, там были мотивы, да, всем внятно объяснены канонизации. Я вообще бы переиздал бы сборник крошечным тиражом в свое время вышедший, где бы все акты по канонизации собраны, справки, они очень дельные, правильные, трезвые, да, для конца вот 90-х годов. Такая книжечка была, у меня кто-то взял почитать на месяц, наверное, лет 10 назад, до сих пор читает. Вот, я, к сожалению, вторую не достать, но даже в интернет не выложено, в этой книге собраны все справки, которые, да, разрабатывали специалистами вот по канонизации. Вот это бы надо переиздать и распространить, потому что они трезвые, вполне объективные, совершенно ясные. Вот, а вот этот весь этот сумасшедший дом про предателей, там, масонов, так сказать, я не знаю, бог знает еще кого, это не должно иметь никакого отношения. Да? Мы трезвые люди и должны трезвыми людьми оставаться. По-моему, Евангелие нас именно к трезвости призывает, в том числе и к трезвости в оценке исторических событий. Разумеется, да, резюмирую, я хочу сказать, что можно считать, да, то есть я не собираюсь вступать в битву, да, размахивать мечом там двуручным и говорить, что нет. Есть ли люди, которые считают, что вот посылка этих телеграмм, командующих фронтами, это было актом предательства своего монарха. Я так не считаю, я не вижу в этом никакого предательства, да, может быть, в этом там было недомыслие какое-то, может быть, это был эксцесс, может быть, они находились в такой сверхсложной ситуации, которую нам представить себе сейчас невозможно, а оценивать поведение человека нужно только в тех исторических обстоятельствах, исторического героя, в которых он находится, а не из сегодняшнего дня, там, 2000, какого там у нас, 14-го года.
Так что, но я не вижу в этом, да, так сказать, предательства, как я еще раз говорю, по большому счету. Вот, и считаю такую постановку вопроса неправильной. Но мое мнение можно и оспорить, с ним не соглашаться. Меня спросили, что я думаю по этому поводу, я ответил. Но что мне категорически не нравится, это то, что вот эта выставка, последний зал в частности, с этого начался разговор, используется опять для того, чтобы какой-то психоз, так сказать, да, очередной в обществе, уже в православной части общества вызывать и искать каких-то тайных врагов. А речь именно об этом, где-то о поиске каких-то опять тайных врагов. Все это мы уже проходили, все это было уже много раз и с очень ужасными последствиями. Кирилл Михайлович, ну вот у меня сложилось это впечатление такое, что главные враги русского народа в тот период – это интеллигенция и студенты. Вы правильно, у нас интеллигенция и студенты – это всегда главные враги русского народа, в принципе, к сожалению. Знаете, как сказал один очень хороший там человек, да, говорит, антирусский заговор существует, в этом антирусском заговоре участвует все население Российской Федерации. Понимаете? Вот, ну, сумасшедший дом, потому что я еще раз говорю, что именно интеллигенция, да, у которой много, конечно, исторических грехов, бесспорные там, авторы сборники Веха об этом очень хорошо писали. Но именно русская интеллигенция пошла в Первую мировую войну, в военное училище все, и, так сказать, она дала кадры офицеров военного времени, именно студенчество и, так сказать, гимназисты, потом учащиеся молодежи были теми, кто пошли в белую армию, которые пытались в первую очередь церковь и культуру русскую спасать, так положа руку на сердце, да. Когда меня спрашивают, зачем Евгеньевич наступал на Петроград, очень просто отвечаю, для того, чтобы не расстреляли митрополита Петроградского Вениамина, не разрушили десятки храмов и не перебили десятки тысяч священников, так сказать, да, они осквернили мощи святых. Вот это уже достаточно. Да, для чего? Даже все политические цели можно во вторую очередь разбирать. Дело, понимаете, не в этом самом, так сказать, хуже гораздо ситуация, да. Я тут с 27 февраля на Масленицу, да, ну, Масленица, сходил в кино, посмотрел фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом». Я, конечно, под очень сильным впечатлением вторые сутки нахожусь, потому что, ну, Герман вообще сильный режиссер, но я не ожидал того, что я там увидел. К Стругацким это имеет, в общем, на самом деле совсем небольшое отношение. Я думаю, что даже «Великим постом», этот фильм, конечно, не для Масленицы, а для «Великого поста». «Великим постом» посмотреть, хотя он тут очень натуралистический и очень страшный, как в действительности. Но там, конечно, не про средневековье, вот именно про нашу жизнь вообще человеческую, про ситуацию, в которой человек пребывает и находится. Там очень много аллегорий, насказаний. Но там много фраз Стругацких есть. И вот там в конце фильма главный герой говорит своему приятелю, что если, говорит, очень долго правят серые, да, то потом их сменяют черные. Речь идет о том, что, то есть, главный враг – это вот любой человек, там, умный, образованный, развитой, да, рефлексирующий. Вот это главный враг. Вот. Если выставка, она, так сказать, мотивирует слушателей на то, что главный враг, так сказать, в России – это человек умный, образованный, развитый, интеллигентный, то, так сказать, соответственно, то... Нет, но у меня проблема-то в том, что мне об этом тоже уже говорили, да, так сказать, что нам не нужно ни образование, ни интеллигентность, ни развитость, нам нужен такой вот ваххабизм своеобразный, да, православный какой-то, так сказать, вот, это все очень и очень, или интеллектуальный ваххабизм. Вот, это печально и прискорбно. Я почему-то так завелся, потому что, к сожалению, вы не первый, я совсем другой аудитории, мне вот такими же словами сказали. Вот. Пожалуйста, да, слушаю вас. Простой вопрос. Я тоже согласен, что социальность, она очень не полезна. Социальность не полезна. У меня вопрос такой. Вот, как я понимаю, вы читаете царя как святого, да? Да. При этом вопрос такой. А полезна ли дискуссия о его ошибках? Вот можно поковыряться в ошибках преблаговерного князя Андрея Благолюбского, убитого в тот же день, немножечко раньше. Там так много ошибок. Полезно ли это? Я не знаю. Я думаю, что не совсем. И второй вопрос, было ли отречение, вот то, что вы говорите, я так вижу или я так не вижу, это не аргумент. Нужны аргументы. Я ничего не, простите. Ну, во-первых, в любой исторический персонаж, даже если он канонизирован, это исторический персонаж, если он политик,
и от его политических решений зависит судьба и жизни миллионов и сотен тысяч его людей. Вы считаете полезным? Это необходимо даже, я бы сказал. Вот, это первое. Что касается отречения, вопрос об отречении, было отречение или нет, для меня не существует. Это исторический факт, который установлен исторической наукой. Если вы считаете, что отречения не было, не я должен приводить аргументы, что оно было. А человек, который выдвигает какую-то концепцию, в данном случае тезис о том, что утверждение о том, что отречения Николая II не было, это концепция, вы должны привести аргументы, которые подтверждают. Те аргументы, которые приводят разные жулики, такие как Мультатули, например, да, так сказать, фальсифицирующие исторические источники, совершенно, так сказать, да, некомпетентный человек, хоть и защитил кандидатскую диссертацию в этой теме, да, полно, так сказать, критического разбора его так называемых исследований. Если вы считаете его аргументы или, так сказать, дискуссию о том, там был карандаш, перо или что-то другое существенное, ради бога, это ваше право, но ни один серьезный ученый, который занимается февральской революцией, это не может принимать всерьез. То есть нету никаких аргументов, которые бы подтверждали тезис о том, что Николай II от престола не отрекался, хотя бы достаточно почитать его дневники. Ну, или там камер-фурьерский журнал императрицы Марии Федоровны, записи ее в дневнике. На этом вопрос закрыть. Если вы считаете, что все это подделано, предъявите доказательства, что это подделано. Пока таких доказательств ни от кого я не видел вменяемых, не слышал. А не я должен, понимаете, человек приходит, не доказывает человек в суде свою невиновность. Суд доказывает, что человек, так сказать, вернее, следствие, органы следствия доказывают, что человек виноват в суде, прокурор. Вот. Если вы считаете, что отречения не было, предъявите, пожалуйста, аргументы. Таких аргументов нет, одни эмоции. А что мы можем обсуждать, о чем мы можем говорить? Вот. Значит, по поводу слов о том, что я так вижу или я так думаю, да. Я говорю только о тех, о мотивации, так сказать, персонажей. Тут нету никаких, видите... Вижу или не вижу. Вот. Нет, так тут нет никаких... Не может быть никаких стопроцентных оценок, потому что оценить мотивацию исторического персонажа можно только, так сказать, вот приблизительно, да, так или сяк. Но мы же сами говорим не о мотивации, там, где мы мотивации, говорю, да, там, значит, соответственно, вот можно предполагать. А отречение – это факт, какая тут мотивация поступка. Ну, у вас есть какие-то аргументы в пользу того, что отречения не было? Не я делаю доклад, извините, сейчас не готов. Я к этому разговору не готовился, поэтому сейчас не готов. Но, в принципе, вы готовы такие аргументы привести? Я знаю, что они есть. А откуда вы знаете, что они есть? Ну, это... Ну, если вы знаете, что есть аргументы, вы можете хотя бы один, наверное, привести, если они есть. Да. Я вам ответил, что я сейчас не готов на этим говорить. Аргументы есть, но вы не готовы их привести, я правильно понял? Я не делаю такого. Я спросил, вы уверены в этом, да? В чем? В том, что было отречение. Простите, пожалуйста, я уверен, так сказать, в том, что вот как меня зовут, где я нахожусь. Ну, я знаю о том, что было отречение. Это, так сказать, часть исторического знания. Другого знания нету. Ну, я считаю, что это ваше знание. Простите. А ваше? Ну, я ответил. Вот почему, простите. Да нет, Гер. Значит, поскольку нет никаких других, да... аргументов и нет никаких тезисов, которые подтверждали, что отречения не было, то разговор действительно, я считаю, бессмысленным в данном случае. Не только разговор. Ну, так Евгений Иванович, вот я читала книгу Григория Митрофанова, он пишет там совершенно однозначно, что канонизирован был Николай II не за его жизнь и политически, а за его последний год его жизни. Церковь не прославляет святых за политическую деятельность. Церковь может прославлять только за нравственный поступок, за христианское подвижничество, за подвиг за христианский, за политическую деятельность. Под недаром, ведь если посмотреть материалы о канонизации, если, так сказать, вам мое мнение недостаточно, хотя бы мнению церкви, посмотрите материалы о канонизации царской семьи и какие справки писались, да, какие были возражения против канонизации. Возражения против канонизации были события 9 января, то есть, так сказать, соответственно, роль Николая II в событиях 9 января, царская семья и Распутин, и отречение от престола, да. Так сказать, соответственно. И по каждому из этих вопросов специалисты писали вот такие справки.
Ленские прииски не точно нет, потому что это вообще было глубоко на периферии, в общем, эксцесс на уровне там местной власти. Петербург, не только Николай II, в общем, там не имел к этому отношения. Вот, да, правильно, Ходынка, русско-японская война, вот, и вот по каждому из этих, так сказать, возражений писались справки, такие обоснованные, совершенно развернутые, поэтому я говорю, что вот эту был книжку со справками, ее нужно было бы переиздать, но вот она вышла, по-моему, там в 99-м или в 2000-м году, очень хорошо изданная, вот, в синодальной комиссии как раз. Это позиция церкви официальная. В этих материалах была отображена не зарубежная, а московского патриархата. И там совершенно, да, четко и внятно было написано вот возражение, то есть на эти возражения, да, аргументы как раз, так сказать, с точки зрения церковной. И они совершенно, как мне кажется, разумны, убедительны, обоснованы и справедливы, поэтому вопросы, по всем вопросам, что касается отречения, и Ходынки, и там 9 января, эти, так сказать, закрыты все. Тезисы были. Да, пожалуйста. Ну, вообще, про Крым поговорим. Ну, что закончить? Сейчас. Батюшка вроде как сказал, вы сейчас про Крым нам расскажете. Что меня спросили? Это очень интересно. А то я ответил. Ты же не был на выставке. На злобу дня, давайте. Сергей, так это не злоба дня. Это тоже злоба. Это тоже злоба. Видите. А про Крым и про Украину я как раз намного короче буду. Знаете, у меня вот... Я уж тут подлиннее. Поподробнее. У меня родственники близкие в Севастополе. Для меня это очень... Не татары? В Севастополе. В Севастополе татар практически нет. А что вы видите, что Кирилл Николаевич татарин? Татар крещен, да? Вот. Нет, у меня там теща, сестра жены, брат жены, так сказать, дети их, еще много друзей достаточно там. Вот. Я ее с 93-го года, каждый год я довольно много времени, когда-то больше, когда-то меньше я там провожу. Я ездил лекции читать в Севастополь тоже. Как раз, кстати, смешно сказать, по истории украинского сепаратизма. Но это было, значит, в начале нулевых годов, 3 года я ездил, и это был целый курс, то есть как возникла идея украинофильства, да, как она развивалась, через какие стадии она проходила, какое было, кто в России эту идею поддерживал, почему именно Галиция, а не Поднепровье стала вот таким центром украинского возрождения в Галиции и Волынь. Вот, и так далее, вплоть, в общем, до гибели Степана Бандеры, так сказать. Вот примерно до 59-го года, да? Кто все замутил? Да нет, на самом деле, не Бандера. С вашей лекции все началось. Да я как раз наоборот, у меня было впало, и они поэтому и прекратили, что кто-то донес службу безопасности Украины, по всей видимости. Не доработали. Вот, но, что я могу сказать, что когда вот эти все там начались события, вот уже после Майдана, я имел в виду, у меня никакой радости это не... Я могу так сказать, что по своим ощущениям, несмотря на весь такой свой патриотизм, у меня не вызывает никакой радости, никакого восторга ни перемещение этих странных вооруженных людей, ни попытки разоружения украинских пограничников, ни захват. Вас-то понятно, про родственников. Родственников тоже не вызывает. Потому что я бы сказал так, что... Майдан не вызывал? Нет, Майдан тоже не вызывал. Но и здесь тоже радости почему-то никакой нет. Конечно. Почему радости нет? Я не могу. Ну, один из моих, так сказать, там приятелей и знакомых распространил даже заявление в сети вчера, там, в Севастополе с коренной, что остановить войну. Мы, правда, с этим человеком давно уже отношения не поддерживаем. Ну, знакомы неплохо были когда-то. Вот, я даже удивился, честно говоря, что у него такие взгляды намного более правее, чем у меня. Он, в общем, себя русским националистом называет. Я себя никогда русским националистом не называл. Вот. И я удивлен, честно говоря, потому что вот то, что происходит, совершенно не когнитивный диссонанс, такое состояние, да, диссонирует вот с какими-то ощущениями, да. И трудно объяснить, почему достаточно. Ну, наверное, вот почему. Потому что есть такое мерило. Я не уверен от того, что от ввода войск или от каких-то там, не дай бог, кровопролития,
который там может произойти, или от включения, вот сейчас, да, вот если будет решаться вопрос о включении Крыма в состав Российской Федерации, каким-то образом, со всеми рисками, мыслимыми и немыслимыми, я тоже так думаю, да, я тоже так думаю, что не будет, но Бог его знает. Я не убежден, что русскому народу там и тут от этого будет лучше. Вот, мне кажется, что путь к возвращению национальных окраин только один, единственный, нормальный, да, это нужно сделать привлекательной саму Российскую Федерацию. Если Российская Федерация будет хотя бы чуть-чуть похожа на Финляндию, например, понимаете? Вот, если у нас, то есть вы когда приглашаете гостей, соседей в квартиру, вы же из квартиры выносите мусор, да, не оставляете грязную посуду на столе. Вот, если мы сами у себя нормальную, так сказать, человеческую жизнь создадим, если то... Если только накануне не были другие гости. Ну, хорошо, но все равно даже если накануне были гости, вы же убираете посуду грязную, мусор. Все сбиваешь. Надо убирать, во всяком случае, да? Ну, стараться. Ну, я не про вас говорю лично, я говорю так образно. Вот, и, я не знаю, мы идем на Пасху в храм, мы, так сказать, одеваем что-то чистое, так мы себя более-менее стараемся. Вот, не ходим же там грязные все там и прочее. И точно так, потому что мы идем на встречу со Христом, вот, и здесь нужно просто привести в порядок свою собственную страну. А когда это будет сделано, когда будет, она будет привлекательной, будет выгодно, да, с нами быть, тогда все в очередь сами выстроятся. А так, у меня такое ощущение, что это как вот с петровскими реформами, мы все хотим кому-то счастье причинить. Понимаете, вот, так сказать, вы будете вот, обязательно будете с нами счастливыми, мы просто вот сейчас сделаем счастливыми всех. Помните, это Эбали 66 фильм такой был, там Бармалей такой, да я сейчас как начну добрые дела делать, сейчас все, порошок сотру, у меня акулы все выздоровеют сразу же, говорит, мгновенно, понимаете, вот. Ну, Бармалей-то, а доктор Айболит говорит зрителям, что если вы увидите, что когда-нибудь у Бармалей собирается делать добрые дела, поставьте его в угол. Вот, так сказать, потому что, значит, нужно перестать быть Бармалеями, потому что, к сожалению, то, что у нас происходит сейчас внутри страны, то, что есть, ну вот, я не знаю, мы живем в городе, который носит имя святого апостола Петра, там улица Белокуна какого-нибудь, да, рядом со мной. Который палач-убийца такой, это в городе, который носит имя святого апостола Петра. Тут, знаете, уж простите, либо крестик снимите, либо там, да, вторая часть этой фразы. Поэтому, в общем, ну, невозможно. Нужно, так сказать, быть последовательными совершенно. И привести вначале в порядок себя, а потом уже заниматься какой-то экспансией, там, расширением. Да, ну и самое главное, что они говорят там, никаких фашистов, никаких бандеровцев. Никакого кровопролития ни в Севастополе, ни в Крыму нет. То есть, так сказать, соответственно, вот каких-то там людей, которые бы, или сторонников Майдана, там, или беснующихся крымских татар. Да это мы знаем. Ну, кто-то вот, знаете, Сергей, оказывается, что не знаете, потому что одна дама, которая поет на клиросе в другом храме, рассказывала мне недалеко, как вчера, что, так сказать, у них половина, они пришли на репетицию, у них половина клерошан пришли с горящими глазами. Фашисты и бандеровцы убивают наших людей в Крыму, мы должны вести туда свои войска. А вы, говорит, они же смотрят те же телевидения, тем же той же сетью пользуетесь, что и вы. А их стали говорить, да нет, успокойтесь, все это самое, все хорошо. Говорит, вот, нет, ну вот уже заряженные пришли, такие мотивированные. Вот, вот примерно вот так. А почему памятники Ленина стали каким-то символом? Вообще как фетиш какой-то? Вот все там... Ну, в общем-то, я бы сказал, что звезда, Ленин, так, ну, это символы советского прошлого, с которым они пытаются расстаться таким образом. А сейчас они там защищают, и я сегодня видела буквально там... Понимаете, весь ужас-то заключается вот в чем, что... Надо говорить, весь ужас не в том, что сносят памятники Ленину, хотя меня тут тоже смущает одно, вы знаете, как, так сказать, я к Ленину отношусь, и, так сказать, есть даже, не только я, есть постановление Конституционного суда Российской Федерации, где четко черным по белому написано, как к Ленину нужно относиться вообще в России. Только этого постановления, оно опубликовано в сети, можно посмотреть, его никто не читает, включая, так сказать. Как оно называется? Скажите. Да, посмотрите, там часть третья, постановление Конституционного суда Российской Федерации 9 ноября 1992 года. Оно не отменено, действующее. Вот, и там есть, не, там слово Ленин, фамилия не упоминается, от 9 ноября 1992 года, да. Третья часть, по-моему, там в третьей части, там написано черным по белому вот, об ответственности Ленинской партии в широком смысле этого слова за
исходящие. Миллионные репрессии там, и так далее, и так далее. Вот, там установлено материалами дела и прочее, прочее. Так вот, то есть этого постановления вполне достаточно, чтобы все памятники Ленину, там, Сталину, Дзержинскому в законодательном порядке, чтобы они исчезли, без каких-то там массовых стычек и прочее. Мне не нравится, я не люблю вообще, когда толпа какие-либо памятники сносит, вот почему. Хотя, например, когда Дзержинского сносили, ну я был в Питере там. Вот, это понятно. Но тут есть элемент истерики всегда. А в истерике плохо что? Что сейчас истерика есть, завтра она проходит. И то, что сделано в состоянии истерики, а не на трезвую голову, да, осознанно, это потом может вернуться. Вот Дзержинского у нас снесли в состоянии истерики, поэтому сейчас постоянно дебатируют вопрос, а не вернут ли его назад. Если бы его снесли абсолютно, вот как в Литве там взяли, да, постановление приняли, да, что литовский народ пострадал от этого, от этого, от этого, памятники этим людям не могут в Литве быть, и аккуратненько взяли там и всех убрали. Вот, если бы это было сделано как бы вот на трезвую голову, серьезно, да, то не было бы просто, а так истерика, она всегда предполагает рецидив какой-то возможный. Но самое-то страшное не в том, что памятники Ленину сносят на Украине, а в том, что, как вы говорите, Ленина считают символом России. Вот что... Нет, ну какая цветы там несут, но получается, что Ленин символизирует Россию, так сказать, да. Вот в чем. Я понимаю, если вы там сносили памятники Пушкину, к примеру, а не давали Пушкину. Да, Пушкин символизирует рай, но Ленин символизирует рай. Вот что страшно. И мы, в общем, с этим, или те люди, которые несут цветы, они с этим согласны, что это символ России, Ленин символ России. Вот это страшно. Идолов себе создали. Это определенная категория, может быть, людей, небольшое количество ветеранов. Дезинформация, в которой мы живем, мы тоже общались с Бухаркиными на этой неделе с супругой, и Лида Бухаркина рассказала, ну, что дети, Валентин Иванович, я говорил вам, вы как-то не слышите, да? Вот, и, значит, Лида Бухаркина, супруга Виктория Евгеньевича, сказала, что по телевидению или там где-то других средств массовой информации говорят, что экстремисты пытаются захватить русское посольство во Львове. Она говорит, я набираю номер консульства, который во Львове живет, или консульство. Консульство. Да, и говорит, мама, у вас там что, консульство российское захватывает? Она говорит, подожди, Лидочка, но она все по-украински. Она говорит, подожди, Лидочка, сейчас выгляну в окно. Нет, говорит, все тихо. Мы живем на самом деле, даже сейчас в интернете. В общем-то, отследить, как сказать, событийную канву правдивую можно только через сопоставление. Либо, если у тебя там есть родственники, люди, которые могут, или друзья, которые тебе могут это передать. А потом, вот смотрите, наша позиция какая. Вести войска с тем, чтобы защитить российское население. Я вот все время думаю, а можно привести какое-то количество примеров из даже нашей недолгой 30-летней истории, после перестроечной, когда российская власть, не говорю советская, там вообще другой вопрос, именно российская власть очень сильно была обеспокоена судьбой своего населения. И так бы очень сильно бы хотела его защитить, отстоять его права и так далее, и так далее. Мне почему-то кажется, что меня не любят. Во всяком случае, это 150 тысяч исчезло, просто растворилось в воздухе русских, в Чечне, в Ингушетии, да, и когда, так сказать, которые там жили, в начале 90-х годов не кидался их совершенно никто защищать. И сейчас, по-моему, на самом деле на Кубани и вот в Ставропольском крае очень, не знаю, там как насчет вот защиты русского населения и так далее, и так далее. А самое главное, что, ну вот, мы разговаривали с моими родственниками, говорят, что, ну, домашние телефоны не работают. Домашние телефоны не работают, включают, то выключают. Но работает сеть, так худо-бедно, мобильные телефоны работают через раз, от оператора зависит. А, значит, но никаких фашистов там нету, которые бы ходили с факелами и кричали «Слава Украине!», там что-нибудь поджигали. Там. Этого нету, так сказать, на самом деле. Более того, мы зашли сейчас с отцом и с батюшкой, значит, в сеть, да, там почту посмотреть, там новость, что эти, значит, военнослужащие там Черноморского флота, да, или там что в Крыму, которые дислоцируются, они в массовом порядке подают рапорта об увольнении, так сказать, от службы.
и так далее. Говорит, вот. Поэтому, в общем... Никто воевать не собирается, да? М? Не воевать не собираются. Нет, ну это, видимо, украинцы, да, конечно. То есть, да, а конечно. Вот правда говорят, что американцы хотят вот это все захватить? И... Против них вот эти войска. Вот. Значит, но я не знаю, как они это будут захватывать, честно. Можно, конечно, позвонить Обаме и спросить его. Он не скажет правду, он наврет. Обама выступал, что если Россия туда, это сунется туда, пожалеет. Да, это будет. Нет, уже... он сказал, что, но ну, он тоже сказал, он сказал, ну, что это будет, придется дорого заплатить. Ну, да, но что он имел в виду, понимаете, дорого заплатить, может быть, деньга, ну, в смысле этого слова заплатить, потому что заплатить, я думаю, что может он буквально этот формалист, потому что они просто отключат там, перестанут покупать энергоносители или заморозят счета, активы в западных банках наших, так сказать, там. Политика всех, вот как они у Януковича в Швейцарии заморозили, там еще 20 украинцев, так сказать, их счета, вот, и так далее. У Януковича никогда счетов не было, он сказал, мы слушали интервью. Почему? Ну, у него были эти деньги в золотой батон сложены, говорит, он на лекции слушаю сейчас. Да. Нет? Слушаю, ну. За что? А зачем вы туда пошли? Я же вам сказал, не надо ходить. Ну, разбирайтесь, чем я могу помочь. Хорошо. Да, конечно, разумеется, да, да. Да, 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 конечно, да, конечно. Значит, моего сына забрали в полицию за участие в несанкционированном митинге против введения войск. На злобу дня, да. Против введения войск в Крым, так сказать. Они с женой туда собирались идти после литургии. Надо же когда-то начинать. Да, я говорю, что вам заняться больше, что ли, нечем, так сказать, я говорю. Потому что нужно же, так сказать, головой там думать, еще что-то и прочее. Говорит. А я говорю, нет, так как раз наоборот. Кирилл Николаевич, вот этого мальчика маленького, ты который не взрослый еще? Нет, взрослого забрали. Взрослого. Нет, вот папа, тот здоровый, старший у меня такой. Мы на Германа вместе с ним ходили в пятницу. Вот. Ну нет, это, в общем, ничего страшного. Мне Бухаркин звонил, Петр Евгеньевич. Говорил о том, что, говорит, у него профессора забрали тоже, но за участие в митинге по-другому, да, против приговора по болотному делу, тоже, говорит, профессора забрали, говорит, арестовали. Я говорю, да нет, это не арестовали. Задержали. Вот. Задержали, да, правильно, говорит, там выпустят его и прочее. Говорит, ну, в общем, да, вот. Ну, вот, сказать, поэтому я больше, чем я сказал, поэтому сказать не могу, я... Опять-таки задаюсь вопросом, да, будет ли от этого жить лучше русскому народу, так сказать, да, всего, и там, и тут, вот, у меня нет положительного ответа, уверенности, 100%. А правда, что там, вот в ноябре, по-моему, на Украине, что убили 30 студентов, что ли, которые вышли на Майдан, чтобы в Евросоюз Украины вступал? Убили? Нет. Что ни одному сына мне сказали, матери не вернулись? Нет, побили там, да, то есть там началось именно с того, что, ну это же известна вся история, что Майдан был, в общем, поначалу, да, действительно студенческий, вот, и Янукович его попытался силой разогнать, и это привело вот к радикализации таких настроений. Вообще, то я сразу... есть жертв этих не было? Нет, вот да, всего, насколько я знаю, погибших 82 человека, ну, погибших. Нет, это уже сейчас. Ну вот в январе, а в ноябре нет, это, ну, я не слышал такого, ничего не могу, у меня нет таких сведений, не могу ничего сказать. Вот, Януковичу нужно было в декабре месяце, конечно, уходить в отставку, то есть ему нужно было назначить досрочные выборы, сказать, ну, ребят, раз Украина расколота, и вы там, значит, это самое, тогда бы у него были бы шансы остаться с человеческим лицом, а сейчас он никуда не денется из Ростова-на-Дону уже. Он не сможет никуда выехать, ну куда, все, значит, и потому что в такой ситуации, которая была, ну, нужно, политику нужно быть, как можно больше, так сказать, страстей, нужно страсти умиротворять. Ну, нет, у него был, конечно, еще один вариант, там, бросить танки, предположим, да, это не повторить, как в Китае,
и попытаться все весь этот многотысячный Майдан баррикадами и танками раздавить, там, применить тяжелую артиллерию, огнеметы. Вот. Но это было бы просто, так сказать, реакция дальше была бы уже совершенно сумасшедшая. А у нас вот на Украине сейчас есть вообще действующая армия? И в чем кто ее руководит? Есть. Янукович? Ну, нет, не Янукович. У них как-то кого не назначили новым министром обороны? Его министра обороны, я не знаю еще. А? Бандит. Нет, ну, я, мне ничего не говорит, понимаете. Нет, ну, если президент есть, значит, основная банда в руках. Вот, я не знаю, кто у них министр обороны сейчас и как они там. Но видите, они сидят тише воды. Ну, Беркут же защищал. Нет, ну Беркут это спецподразделение, я имею в виду, что да, это не армия еще, да, армия это, к счастью, не участвовала. Но нет, перед каждым политиком, который с такими сталкивается обстоятельствами, перед ним встает вопрос, да, упругости определенной, в смысле военной упругости, потому что, то есть готовность пролить кровь в таких совершенно, в большом количестве. Янукович, я думаю, стал уже там в феврале понимать, что он, вот найдутся ли люди, которые будут готовы в таких количествах проливать кровь, потому что, ну что, там можно было только вот каким-то совершенно фантастическим кровопролитием это все, так сказать, соответственно сделать. Так что... Террором каким. Вот так. Поэтому... Кирилл Михайлович, можно как-то прогнозировать вот события? Как? Я ничего прогнозировать не могу, абсолютно. Ничего прогнозировать. Я думаю, что может быть хуже даже, чем в Грузии, потому что, ну, да. Крымский полуостров, он же полуостров, да, он же не имеет такой там сухопутной границы протяженной с Украиной, поэтому его легко достаточно блокировать. Вот, но там непонятно, что будет дальше, потому что там же и в Донецке, и в Харькове эти захваты, значит, администраций. Вот. И самое главное, что надо подождать. Как говорится, что я, и, конечно, никакой войны там Америка не будет, я думаю, вообще там не будет. Не будет, и Евросоюз не будет военно вмешиваться. Но они могут экономические санкции вести такие, что мама не горюй будет. И как только один, я же не говорю, что это будет, я говорю, что они могут поступить так, могут вообще никак не поступать, поживем, увидим, я боюсь прогнозировать. В данном случае я все-таки историк, а не политолог. Вот. Ну вот это вот акт об отмене русского языка, он уже действительно какой-то ушел. Значит, там, естественно, что они ничего умнее не могли придумать, чем с этого начать. Но они тоже 10 заявлений приняли о том, что они его дезавуируют так или иначе. И в общем, я думаю, что они сами прекрасно понимают, что, так сказать, до 25 мая им нужно будет что-то, так сказать, придумать другое до 25 мая. Живет ли Украина? У них там выборы президентские. Да нет, ну, господи, в Севастополе, я не знаю, так сказать, там как все на русском языке говорили, так и говорят. А сейчас солдатиков забирают сколько? Ну да. Нет, не Псков, это не спецназ, а дивизия воздушно-десантная. Вы знаете, если, ну нет там ни одного фашиста, где вы этих фашистов там нашли? Они просто называют, этих экстремистов называют фашистами. А, хорошо. Но я могу сказать, что как только один цинковый гроб оттуда сюда вернется, один, первый, сюда, да, так сказать, это может послужить причиной таких политических пертурбаций здесь, что вы взводите, так сказать, на самом деле от того, что, потому что это не нужно никому. Да. Я не отдам ни капли крови ни одного псковского десантика за то, чтобы, так сказать, над зданием Крымской администрации наш трехцветный флаг был. Зачем? А главное, еще раз говорю, от этого что, лучше кому-то будет? Там от этого русским будет лучше, там или здесь? Я, с моей точки зрения, нет. Еще десяток головешек мы получим обугленных, уже российских, да, из живых людей. От этого нам станет жить легче. У нас нет других проблем, нас больше ничего не волнует и не интересует. Мы стоим на пороге экономического коллапса, у нас падает рубль, так сказать, да, и мы будем заниматься вот развязыванием таких авантюр, на самом деле, для того, чтобы подчеркнуть свои имперские уже, так сказать, амбиции, да. Я не думаю, что это разумно, как минимум. Это 100 лет назад было неразумно по отношению к Корее. А сейчас у нас совсем положение не такое, как там, 110 лет назад, да, как в 1904 году. Совершенно не такое. Скажите, а это не для того просто заявление, чтобы защитить этот там флот Черноморский, что вот вроде бы там будет... А что его защищать? Нет, это никак с флотом не связано. Причем, честно говоря,
Ну, я не знаю, со специалистами советоваться. Мы огромные, совершенно фантастические деньги платили. Там ведь не только флот, там вся инфраструктура, содержание базы. Выгодно это российскому бюджету? Или, ну, надо плюсы, минусы. И эти самые, они говорят, доносируем сейчас соглашение, значит, об аренде, да, Киев говорит. А дырку-то в бюджете чем они закроют? Они получали колоссальные деньги, то есть совершенно жуткие, сумасшедшие деньги за все за это. Если их не будет, еще непонятно, кому-то этого будет хуже, нам или им. Нет, там флоту ничего, он там до 2000 какого-то страшного года же он должен был там базироваться. Так что. Моряки из Севастополя получают в 10 раз меньше, чем украинские. Русские моряки 80 тысяч получают офицер, а офицеры украинские 8 тысяч. Только наоборот, вы сказали, что российские получают в 10 раз, наоборот, больше получают. Не больше. А вы сказали, больше, да. Совершенно верно. Даже там до 100 тысяч доходит, потому что от должности, от звания зависит. У меня есть знакомые офицеры. Они же получают там два оклада. Да, потому что считается, что Черноморский флот, вот в Севастополе, он находится за пределами России. Платит двойной оклад и заграничный, как бы, деньги. Еще. Там полкилометра, это Севастопольская бухта. Кирилл Михайлович, я забыла вопрос задать вот по предыдущей части. Вот про зарплаты заговорили. Вот там в одном из фильмов на этой выставке было сказано, что учителя и врачи, вот как раз перед революцией, получали до 100 рублей, доходила их заработная плата, при том, что буханка хлеба стоила 4 копейки. Вот как-то можно прокомментировать? Буханка хлеба никак, по-моему, 4 копейки не могла стоить, она стоила дороже, да, потому что фунт, там фунт 406 грамм, значит, 809, ну я же диктовал, это до Первой мировой. Нет, но зарплата по покупательной способности, я сейчас всю секунду могу в следующий раз, пока у меня дома все сейчас расписано, записано, все ценные зарплаты на 13, 14, 16 год, все это есть, по разным городам и весим, нормально получают. То есть, как бы, действительно... 100 рублей, да? Ну, до 100 рублей, по-моему, директор гимназии мог получать, учитель поменьше. Но нет, но по покупательной способности это было там высокое жалование, потому что еще до 14 года рубль золотом был обеспечен, 66 копеек золотом, так что, так сказать... Вот, я надо, ну, может быть, я схожу на эту выставку, посмотрю, на самом деле, мне так просто... Сегодня последний день, все уже. Ну и хорошо, тогда я не пойду. Уже все, вот, уже тогда, значит, и не пойду. Сколько стоил там буханка хлеба, я и так посмотрю в России в 2013 году, узнаю. Ну, все, да, тогда, так сказать. Кирилл Михайлович, а вот успокойте как-то или, ну, да, потому что, ну, ситуация сейчас смотрится так. Путин сказал ввести войска. Если он сказал ввести войска, нет, он дал такое предложение. Нет, нет, он сказал, да. Он сделал такое предложение. Лена права. Уже всем понятно то, что он сказал войска вводим. Вот, ну то, что там дебаты, не дебаты. Ну всем понятно, что войска там будут. И мы тогда получим еще одну Чечню. Если, да. То есть, ну, если дивизия ВДВ уже в Санкт-Петербург, вы понимаете, в чем дело? Нет, речь идет вот о чем, что сопротивляться сейчас, конечно, будет некому, никто сопротивляться не будет. Но если население Крыма не получит тех преференций от Содружества с Россией, которые оно ожидает, тут же начнут, так сказать, говорить про оккупацию через какое-то время. И тогда мы можем получить то, о чем вы говорите. Нет, я думаю, не сразу, должно будет пройти год, но как только провалится курортный сезон, предположим, в Крыму. Первый же. А первый курортный сезон, вот он уже, у них там в апреле все уже цветет вовсю, да. То есть, потому что, в принципе, Крым-то живет за счет курортников, да. Три месяца там год кормит. И если, допустим, курортный сезон провалится, то будет уже как минимум недовольство, да, и прочее. А дальше там могут быть самые разные там варианты и прочее. А потом опять-таки говорю, ну, Крым снабжается водой днепровской. Это почище газа любого. В Крыму нет своей воды. Вот, Киев скажет, ах, ну раз так, мы вам просто шлюзы перекроем, и все, и вода поступать в Крым не будет. И тут не через три месяца, а через три дня взводят. Потому что там источников, которые в Крыму есть, там достаточно напопить. А вот на попу, она уже помыться и насмывать за собой, это уже недостаточно. Вот. И весь опреснители, да, это очень дорогое удовольствие. Опреснять морскую воду, тем более, ну, быстро это не сделать. Вот. Поэтому
Севастополе вот только, ну, буквально сколько лет? Ну, лет, наверное, 6, максимум 7, 5, может быть, нормализовалась ситуация с водой, когда можно помыться круглые сутки. И то, в общем, горячая вода до сих пор не во всех кварталах всегда круглые сутки есть. Холодная уже. А я же помню время, там 10-15 лет, там утром давали воду с 6 до 8 утра, наливали в ванны, во все баки, так сказать, там холодную, горячей не было. И так до вечера потом и прочее. Говорят, что... И сейчас вот не дай бог, что с водой будет, и привет. Так сказать, да, поэтому, в общем... Другое дело, что у меня такое впечатление, что Киев занял такую позицию, люди, которые власти в Киеве, чтобы не обострять сейчас ситуацию. То есть они, видите, ведут себя достаточно пассивно. Вот. И поэтому то, что называется аншлюсом, да, это может произойти, в общем, сейчас безболезненно, но последствия могут быть какие угодно в перспективе. Но нашему правительству интересна маленькая победоносная война. Я думаю, что тут дело не в... Ну, как вот, можно же задаться вопросом, Олимпиада интересна была, да, в принципе, да, вот, опять-таки, станет ли от этой Олимпиады русскому народу жить лучше? Нет, нам-то понятно, нам в любом случае будет хуже жить. Вот, учитывая, что, ну, рубль падает, и нужно, значит, соответственно, так сказать, нужны какие-то, видимо, акции, которые, значит, позволили бы этот эффект... негативные минимизировать, микшировать, вот, и так далее. Другое дело, что я еще раз говорю, я, ну, если я ошибаюсь, так я только счастлив буду. Но у меня как в том анекдоте старом, Адам, тебе что, ребра жалко? Да не жалко мне ребра, но какие-то предчувствия нехорошие. Вот, понимаете? Поэтому, в общем, предчувствия у меня какие-то совсем не... Ну, восторга просто нету, так сказать, совершенно. Вы скажите, я-то прав или нет? Настроение дает. Я-то прав, настроение дает. Правильно? Не туда обращаешься. Или не туда? Ты не специалист не в этой области. Ну нет, опять-таки говорю, что ну, я про политическими прогнозами заниматься очень сложно. Ким Михайлович, вот я по поводу вашей реплики сижу и думаю, ну когда же мы сможем ли мы стать финнами? Вот у меня ощущения нет. И что же нам теперь делать-то? Вы понимаете? Ни немцами, ни финнами мы не станем. Мы никогда не будем привлекательными. Да что ж нам теперь понять? Я вам, нет, я вам отвечу. Хороший вопрос. Я предлагаю вам и мне стать лично. Лучше. Лично. Каждому человеку индивидуально. Вот, от этого в зависимости, так сказать. Да, а там как Бог даст. Может быть, благодаря тому, что наши с вами семьи, мы с вами станем лучше, другие люди какие-то немножко станут лучше. Поймите, а мыслить в категориях Российской Федерации, да, мне не... За забором возня такая, что если мы думаем, что мы сейчас здесь станем лучше и у нас все будет хорошо, то, на мой взгляд, это ошибочное мнение. Конечно, ошибочное. Что если вот здесь идет возня, и такая серьезная, что рано или поздно им станет здесь тесно, они прыгнут и к вам за забор. Ваши газы. Значит, нужно стараться, так сказать, за забором распространять свое влияние тоже максимально возможно, насколько это, чтобы, так сказать, отдалить. Я считаю, да? Что сейчас это и происходит. Но сейчас это вряд ли там... будет что-то серьезное, но упреждающие вещи я, нужно понимаете, делать. Понимаете, я давно уже зарекся, очень много лет назад, еще в конце прошлого века, зарекся спасать Россию, думать о судьбах России, да? Бессмысленное занятие совершенно. Бессмысленное занятие. Нет, ну мы с вами только на занятиях общаемся. А, то есть вы в жизни другой. И мнение у вас другое в жизни. Нет. Я-то думал, я с вами оппонент. Нет, Сергей, мнение у меня такое, какое в жизни, там, в частной, в общественной, оно одинаковое. Но я просто к тому, что нужно попытаться... спасать себя. Да это понятно. Ну, хорошо быть здоровым, красивым и богатым. Это очевидная вещь. Ну, да. Но, к сожалению, вот здесь стоя и себя окучивая, окультуривая, вокруг происходят вещи. Ну стараться микропространство вокруг себя. Так вот, каждый старается в силу, в меру своих возможностей и стратегических каких-то пониманий. Да? Не в ту сторону старается каждый. Я не хочу войны. Не конечно. Войны. Я тоже не хочу. Разными путями все не хотят сказать. О чем Никита Михайлович изначально мне пытается доказать, что иногда наступает время, когда мы не можем отказаться. Как в 2014 году мы не смогли отказаться, так и сейчас. Но хорошо. Похожие времена. Но давайте. Никита Михайлович настаивает на том, что мы
должны были это, мы обязаны, это наши союзники, а тут нет. Нет, тут Кирилл Михайлович настаивает на другом, что если тебе объявляют войну, сказать, что ты не принимаешь этой войны, невозможно. Бог с ними там союзник. Ну не самому объявлять. Вот. Сейчас такие времена, что открыто никто не объявляет войну. Все понимают, что вокруг ядерные державы, и попробуй прокукарекай, я объявляю войну. Сейчас это делается под другими лозунгами, другими способами. Все-таки, дорогой, ну давайте переживать, когда вот через забор полезут, давайте переживать неприятности по мере их поступления. Когда кто-то полезет через забор. Я предпочитаю упредить. Потому что когда уже полезут, боюсь, уже не хватит. А каким способом упредить, Сергей? Каким ты предлагаешь способом? Нет, я просто потому, что я противовес вашему мнению говорю, что сейчас делается то, что должно делаться. И никакие аргументы. У меня тоже родственники, друзья живут на Украине, и я знаю ситуацию внутри Украины, во всяком случае на Донбассе. Вы просто, я хотел вас услышать про Крым, что-то расскажете интересно, но вы рассказали, собственно говоря, обычную историю. То же самое на Донбассе. Нет никаких там этих товарищей нацистов, нет, все сидят дома. Все сидят по домам, занимаются работой, только у пенсионеров вопрос. А завтра пенсию нам заплатят? Уже не заплатят. Так простите, пенсию-то не платят. Не явно фашисты и бандеровцы, а Янукович, да, должен был о пенсии думать там. Это же его было 5 лет, он сколько президент. Янукович о пенсиях подумал и решил этот вопрос. 3 миллиарда и 15 следующих заплыли бы. А золотой батон? Но если бы не те силы, о которых вы говорите, мистические, да, и противодействие других сил. Для вас мистика, для меня это не мистика, для меня это реальность, которая подготавливалась этот процесс. Готовились эти боевики. Ну, и хорошо. Не готовились они сами по себе, что самое главное. Не Сергей, готовились хорошо, эти боевики если, сами. Если это самое главное. Если... Кто музыка заказывает, то вы исполняете. Нет, хорошо. Если, так сказать, вы считаете, что ради Бога, если от того, что там вот эти в Юго-Восток присоединится к Российской Федерации, и они станут жить лучше, да, и нам здесь от этого тоже будет лучше, так дай Бог, то, что, ну, я что, против, что ли? Но мне так не кажется субъективно. Если я не прав, я уже поправился, я сказал, что ну хорошо, я признаю, что был неправ тогда, да, и да прочее. Я вас не пытаюсь переубедить, вот. Что вы сейчас высказываете свои мнения. Ну окей, так, если вы придержитесь другой точки зрения, ну и слава Богу, как говорится. Но, пожалуйста, если вы считаете, что это будет польза, будет и лучше, ради Бога. Да? Ну, возможно, ее не будет, но другого пути сейчас есть. Стратегически нет. Есть. Если политик должен просчитывать свои, так сказать, шаги намного конечно, шагов, как конечно, шахмат на шахматной доске, да? Вот. И взвешивать возможные риски и, так сказать, пользу. Там, и зло иногда выбирать меньше. Вот вопрос только в том, какое зло меньше. Да. Было бы хорошо, если бы Русская православная церковь вмешалась активно в этот процесс. Сергей, а как? А как? Ну как? Всегда возникает такой. Вот вмешались. Вот все это позиция, да. Не нужно там, пока сегодня я уезжал, жена мне, значит, зачла цитату. Вот. Значит, видимо, вчера поздно вечером, или сегодня очень рано утром. Ну, смысл такой был, что не нужно вот там миротворцам оказывать сопротивление. Вот. Но, честно говоря, грустно. 30 лет растет поколение, воспитываемое на нелюбви к Богу. И у них, и у нас. Знаете, вот потом 20 областей затопило. А у нас почему? Все трудно любить. А кто у нас воспитывает ненависть к Украине? Австрийские интеллигенты, которые во всем всегда виноваты. У них-то воспитывают точно. У них сейчас такая пропаганда, жесть. Эллина, мама вот в Киеве, она вот вплоть до того, что Элла говорит, ну давай тогда больше не звони, она обвиняет во всех местных грехах в России. У нее здесь дочка, у нее здесь внуки. Ну, судя по количеству людей на Майдане, там родину как раз она говорит, вообще, я мать, они там не узнают свою мать. Ну, которые заплывали вообще. Она говорит, я вплоть до того, что... Вы верите в то, что люди на Майдане за деньги стоят? Я верю, что инициаторы и основные организаторы и участники это оплаченные структуры, а все остальные, как и всегда это бывает, ведутся на пропагандистские лозунги. Которые не безосновательные. Идет идеологическая война. Видите, братья и сестры, это обсуждение я думаю, вы не абстрактных тем, да, а вот уже конкретно о наших
приводит даже нашу вполне такую маленькую и достаточно дружную, если говорить о религиозном плане, аудиторию. А почему дружную? Сегодня какой-то незнакомый прихожанин подошел и говорит: «О, мне у вас так понравилось». Вот, то есть есть определенная рода атмосфера, это то, что мы, может быть, годами создали. Но когда врывается вот это извне, да, и политическое, и историческое, то выясняется, что мы готовы искрестить мечи, может быть, даже рассориться и мыслить как-то противоположно. Это страшно. Нет, перечень почему сразу перебьем. Я хочу сказать, что, конечно, в связи с этим все-таки стоит посмотреть на то, как Евангелие формирует наши отношения к действительности. Вот то, что Достоевский говорил в свое время о том, что правда выше Пушкина, выше Некрасова, выше Достоевского, правда выше России, поэтому служить нужно одной правде. И вот это противопоставление Родины, государства и истины, оно, конечно, присутствует в Священном Писании. И это может быть вдвойне труднее сделать, если Родина что-то для тебя сделала. Но согласитесь, мы же давно уже живем в ощущении, что нам пытаются сказать, что Родина это, она, Родина священна, поэтому, как сказал один священник, жить здесь не хочется, но умереть за нее почетно. Вот, и вот когда вот эти противоречия есть, люди по-разному это переживают. Тот, кто устроился более-менее получше, он переживает за то, что нет патриотического настроения. Тот, кто выживает десятилетиями, как какой-то адмирал покончил недавно и оставил записку, что в моей смерти я виню, значит, здравоохранение Российской Федерации, которое мы обезболиваем. Вот таких случаев очень много. И я хочу вас призвать, может быть, такой сумбурной своей репликой, потому что, ну, не теряйте голову. Мы ведь в церкви не для того, чтобы отстаивать интересы Российской Федерации, Украины, бороться за мир во всем мире, свое отношение к Обаме, к масонам. Да? Мы в церкви для того, чтобы приблизиться ко Христу. И в силу этого приобрести его свойства, его качества, стать чуть-чуть на него похожим. И когда, Сергей, для вас не приемлемо, а подвержено критике то, что сказал Кирилл Михайлович, я хочу это комментировать. Вот, например, был такой отец Иоанн Привалов в Архангельске. И он занимался катехизацией в какой-то небольшой деревушке. И свидетели говорят, что дома тех людей, которые входили в его общину, даже внешним образом, потому как прибит забор, потому как побелен фасад, отличались от тех же православных крещенных жителей этой деревни, которые в церковь не ходили. Понятно, что когда на эту деревню наступит татаро-монгольская орда, китайская орда, или произойдет бунт внутри этой деревни, хорошо поставленный забор, штукатуренный фасад, не защитит обитателей от какого-то разгула. На самом деле, нас не защитит ничто, кроме внутреннего мира. Потому что если внутренний мир создан, да еще и люди собрались по этому внутреннему миру какую-то группу, которую они могли бы назвать семьей по крови или семьей по духу, тогда они, конечно, легко защищались. В том числе и не применяя силы. Один день Ивана Денисовича, вы же помните, да? Человек, ну, я имею в виду Солженицына, да, человек всего лишь он, но при этом он внутренне свободен. А бывает, когда у тебя вроде как все есть, и ты всем защищен, но ты несчастлив и даже с собой можешь покончить. Поэтому, когда мы говорим о нашей попытке воспринимать действительность как христиане, я вас к одному призываю, да, в возмерение впадать, не выносить поспешных суждений, а главное суждений таких, когда мы одних делаем непременно бандитами, других делаем непременно борцами за справедливость и еще что-то. Потому что, ну, сердце человеческое такое, что оно всегда подвержено какому-то греху, какому-то пороку. Но все-таки идеалы и образцы нам даны. Как ты себя будешь вести, к чему ты будешь призывать? Сейчас, ну, только тупому непонятно о том, что призыв к миру, да, это самое естественное, то, что должно исходить из уст церковных людей. Хотя бы потому, что Христос говорит: блаженны миротворцы. Вот, это же очевидно. Пока кровь не пролилась, вот пока такая ситуация, нужно сделать все возможное для того, чтобы ситуация была, ну, как-то бы умирилась. Вот. Но есть другие силы, и они стягивают на свою сторону и церковь, и патриарх, и разного рода чиновников. Но мы, может быть, для того здесь и собираемся в течение многих лет, вот, с тем, чтобы не быть стадом, не быть зомбированными и загнанными в одну позицию. Вот, ура, дайте нам плеть, дайте нам кнут. Для того, чтобы как-то о этих событиях помыслить. А я как к этому отнесусь? А я что по этому поводу думаю? Но все-таки все это должно быть растворено
теми словами, которые Христос принес на землю. Потому что ну, не возвещать мир, не восставать на кровопролитие в духе своем, ну, значит, наверное, перестать быть христианином. Поэтому как-то вот. Я слушал с юмором, как Кирилл Михайлович начал, до какого-то момента мы все слушали это с юмором. На самом деле, не случайно в средствах массовой информации об этом говорится как о крымском кризисе, почти как о карибском. Потому что действительно наша цивилизация, восточнославянская, стоит перед выбором, как мы себя поведем. И то, что так много русских людей, опять-таки находясь и в правовом, и в информационном поле, но которое выгодно нынешней нашей власти, занимают такую позицию, что правильно, и пойдем туда, и по ним ударим, и так далее, и так далее. Но это говорит, что как, вот я не знаю, как солдат, я тоже был на войне, вы же знаете, да? Но одно дело там думать о приказе, сидя в башне и стреляя в противника за 15 километров, другое дело идти на него в атаку, но опять-таки у него автомат, у меня автомат. Но когда этот человек говорит с тобой по-русски, может быть, с акцентом, с украинским, ты будешь в него стрелять? Из-за чего? Из-за того, что очень сильно ущемляются права нашего населения на территории Крыма, не верят. Не верят. И в конце концов не поверить людям, вот опять-таки Сережа Пан, закупленный американский молодчик, которым это надо, Кураев пишет в своем блоге, вы что не думаете, что люди могут выйти на Майдан по совести, которые устали просто от такой жизни и не хотят жить дальше в таких условиях? Опять-таки Петр Ильич мне сказал, он разговаривал с майданцами, многие говорят, мы готовы умереть. Дальше невозможно жить. Вы что, не верите, что могут быть такие люди, которые больше не хотят и готовы умереть? Почему? Потому что Юрий Янукович бандит, вор, тремя судимостями. И самое большое, что ему могла, самое большое, что Украине могла дать Российская Федерация, это получила эту власть. Посмотрите в интернете харьковского мэра, который готовит пресс-конференцию, Добкин, Михаил Добкин. Как он, значит, пытается записать рекламный ролик. Его выбрали, он сейчас действующий мэр Харькова. Посмотрите на эту Единую Россию, как она представлена. Я не могу даже подбирая нужные слова, воспроизвести, как эти люди разговаривают, как они относятся к избирателям. Это то, чем Янукович обставил Украину. Это то, что происходит и у нас. Украинцы говорят, мы не хотим этого сценария, мы готовы умереть, а мы им не верим. Вот. А сейчас еще хотим уже ввести войска и пострелять братский народ, якобы защищая интересы там русских. Если вы такие человеколюбивые, у этих русских, которые в Крыму, возьмите, у нас гигантские территории, переселите чуть-чуть от своего нефтяного бизнеса, поделитесь, дайте им здесь жизнь, дайте им здесь зарплаты, как бы Беркуту дали вот на части паспорта и трудоустройство. Если этого хотите, так ведь крымчане, так же как русские, живущие в Прибалтике, не очень-то хотят из Прибалтики уезжать. Собачий язык учить не будем, но и в родную страну тоже не поедем, потому что в Прибалтике определенно лучше. И вот этот цинизм, когда говорят, мы русские, мы памятник Ленину не отдадим. У меня масса вопросов это вызывает. Но все равно, при всем при том, что я об этом размышляю, я говорю, что только дурак, только политический дурак сейчас спустит курок. Это будет беда для всех, в том числе и для здесь сидящих. Вот. Поэтому, когда там европейское сообщество и Обама, ну хотя бы только словами говорят, не делай этого, у вас будут проблемы, они правильные вещи говорят. Потому что то, что прокатило в Абхазии, не должно прокатывать здесь. Вот. И самое главное, что Путин ничего не может предложить как советский человек, кроме тех сценариев, которые знал Советский Союз. Что Чехословакия, что Румыния, что Польша, всегда одно и то же. А почему вы все перепутали? Да так, не так. Обама, вы сейчас говорите, Обама говорит правильно. То есть вы говорите о том, что Обама бомбил Югославию, Сирию и все остальное, это правильно. Отец Евгений не об этом говорит, Сережа, он вообще не об этом говорит. Простите, но да. Абсолютно. Когда чехи вышли на улицу и сказали, что мы этого не хотим делать, мы раздавили их танками. А у Путина другого нет способа. Он не знает, как, что можно поступить иначе. Откуда вы знаете, что там есть, что нет? Мне уже сейчас сабли в руки даете, что я Кирилл Михайлович буду с саблями на Кирилл Михайловича. В одну кучу сплели. Ничего не сплю.
Нет, вы противоречите сами себе. Вы тут же говорите, не надо вешать ярлыки, что кто-то бандит. Тут же Януковича называете бандитом. Так если он знает, то я не могу. У него в шапке в туалете с людей снимал кто? Ну о чем тогда дальше говорить? Мы говорим, что... Но это уже не ярлык, это факт. Что у Бога не было других рук, кроме белых, и они шли убивать своих братьев русских. А тут же, говорим, нельзя, значит, так размышлять, потому что это уже неправильно. Так белые-то шапок не срывали в туалетах, так сказать? Белые вешали. Но шапки-то в туалете они не срывали ни с кого. Уголовный суд. Кирилл Михайлович, если вы говорите, что вы были на Майдане, или там знаете, что там происходит на Майдане, ну, невозможно сделать такую сцену, что коктейль Молотова нарисовать, и что он летит и зажигается беркутовец. Это нарисованный тоже как? Сергей, простите. Это не бандитизм. Сергей, значит, нет, ну понимаете, в чем отец дело? Сергей, это не бандитизм. Вот. То есть то, что люди вышли частично по совести, там, за умереть, за это готовы. А то, что они убивают друг друга. Ну, своих убивают беркутовцев. Я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что только в истории только один раз удалось победить колонизаторов ненасильственным путем. Но для этого должна была быть определенная психология, которая и религией, и культурой, и ментальностью воспитывалась. Я имею в виду индусов, когда они выдерживали удары полицейских английских, ничего не противоставляя, кроме собственной силы воли. Даже у Мартина Лютера Кинга это не получилось. Поэтому, когда национальная гвардия американская колотила негров дубинками, они все-таки противостояли и делали коктейли Молотова. И тем не менее, ну, результат какой, да? От хижины дяди Тома до Барака Обамы. Негритянский президент спустя 100 лет в Белом доме. То есть понятно, что вот этот ненасильственный способ, который... А самое главное, это прокатило с англичанами. Если бы Мохандас Ганди был бы под Чингисханом и призывал, скажем, язычникам сопротивляться точно так же, ну, Чингисхан бы просто вырезал Индию и все. А именно потому, что у английских колонизаторов были христианские мотивы, и они думали о себе как о крестьянах, бить безоружных людей, как долго они не смогли, поэтому они ушли. Но, повторяю, для этого должен быть какой-то предшествующий подготовительный базис. Украинцы, те же совки, что и мы, они вышли из той же постсоветской России. Поэтому сейчас им предлагать на Майдане держать на руках грудных детей и не расходиться перед... А что, наших милиционеров в Владивостоке это не останавливало? Вы что, не видели, как били женщину с ребенком? Милиционер в Владивостоке. Поэтому как бы от целой нации ждать, что они себя так поведут и сместят этих со щитами, шлемами, с дубинками. Как это? Вот вы говорите, коктейль Молотов. Ну а что у пролетариата есть, кроме собственных цепей и будущего? Ну что у них всегда есть? Не знаю, может я тупой, как вы говорите, да, только тупой чего-то не видит. Но не видеть то, что там идет агрессия и она финансируется извне, это ну, тоже, я считаю, недальновидно. Сергей, а вдруг вы ошибаетесь? Вы допускаете такой момент? Она формирует мнение опять, Сереж, вот просто формирует. Нет, так хорошо, как... дело не в этом. Возможно же, что... А вдруг... Возможно, вот... я ошибаюсь. Ну, но, возможно, ошибаетесь и вы. Да. А в чем? В том, что, так сказать, идет что агрессия? Это, а что коктейли Молотова не заготавливаются, а вдруг они вот стихийно появились, и все эти массовые... Ну, в декабре месяце не было никаких коктейлей Молотова. Коктейли Молотова первые начали применяться в первые январские дни. Все снято, можно... Ну, это большая разница, потому что когда люди вышли на Майдан 28-27 ноября, у них вообще в руках, кроме детей, ничего не было. Даже цепей велосипедов. За что они вышли, вы знаете? Да, потому что они считают, что это их проблема, чего они хотели. Важно то, что Янукович обещал им эту евроинтеграцию 2 года, а потом передумал в последний момент, это их возмутило. Он же им это обещал. Янукович обещал русский язык государственный. А что плохого, что половина этого не хочет? Ну как не хочет? А вот так. Нет, а вы что, этого не допускаете? Если брать про Януковича... Моя мама живет на Украине, она не хочет евроинтеграции. А мои друзья не хотят евроинтеграции. Я другого. Смотрите. Проведите референдум там. Если человек ходит выбирать, где лечиться, да? Или куда ехать отдыхать. Почему все стремятся поехать в Европу? Не все стремятся. Ну вот хорошо. Это у вас у либералов так принято считать. Вы говорите, мама не хочет евроинтеграции. А почему? У нее нет денег. Да, не видит она в этом перспективы, она у меня не глупый человек. Нет, ну а вот перспективы не видит в связи с чем? Аргументация. А что ей даст евроинтеграция? Что украинскому народу даст евроинтеграция? Одни из моих друзей говорят, что евроинтеграция нам даст возможность ездить халтурить и строить дома не за рубли, а за евро.
Хорошо, давайте тогда... Вот и вся их мотивация. Всякий раз, когда все здесь сидящие, я не говорю сейчас о церкви, потому что мы пытаемся здесь по другим законам и жить, и друг другу помогать. Когда все здесь сидящие говорят о том, что его плющат в милиции, у врачей, в системе образования, в системе соцобеспечения, куда бы он ни пошел, вот Некрасовская, да, кому на Руси жить хорошо. Поэтому, когда человек говорит о евроинтеграции, то, что Кирилл Михайлович нам говорил, о правовом поле, о соцобеспечении, о правах собственности. Они это имеют в виду? Это ведь соблюдается. Все. Где? Ну, в Европе. Mm. Ну, нет разве? Я с вами не согласен. Ну, а почему? Аргументация. Аргументация? Да. Что там другие проблемы. Согласен, они есть. Для того, чтобы здесь не возмущаться, нужно быть немцем. Мы живем не в раю. И финном. Соплатить налоги, добросовестно работать, все выполнять. Да, и да, не, да. А потом не жаловаться, а потом уже жаловаться, если ты все делаешь добросовестно, а тебя щемят. Хорошо, потом у нас пожилых женщин не очень много. Ну, вот, допустим, Валентин Иванович, он проработал всю жизнь. Он из здесь сидящих, может быть, самый пожилой. Если бы еще часть наших бабушек подтянуть снизу, то выяснилось бы, да, что у кого-то 50 лет стажа, у кого-то 60, ну, не на легких работах. Ну, и что они получили от страны? От какой страны? Которую вы развалили? Хорошо, хорошо. Та страна, которую мы называем Советским Союзом. Моя бабушка работает за трудодни. Сейчас не Советский Союз, отец Евгений, а я об этом. Вы сейчас требуете от России, которая стала правоприемником как бы Советского Союза. Если возможна дискуссия, то она возможна только когда оппонент выскажет свои доводы до конца. Вначале вы сказали от страны, которую развалили. Я не стал озвучивать аргумент о том, что имеет пенсионер сейчас, я попытался перенести в Советский Союз. А раз уж вы говорите, что мы эту страну либералы развалили, ну тогда надо сказать о том, как жилось очень многим категориям советского населения ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленинграде, ни в Москве. По-разному жилось, отец. По-разному. И сейчас по-разному. Вот, поэтому, когда мы говорим о европейской интеграции, мы говорим о том, при том, что люди могут быть наделены разными мыслительными способностями, да, но на какой-то минимум они рассчитывают. Почему, например, когда мы выходим на Пролетарскую, станцию метро Пролетарская, где у нас пришвартовывается флот приехавший, да, я просто сам ездил на одном из таких пароходов, потому что один из наших прихожан оплатил эту поездку. Такой есть Дмитрий Рябов, он директор пассажирского флота, он иногда, значит, нашим там помогает. Вот я ездил на одном из его пароходов. Все пенсионеры. Немцы, итальянцы, англичане, нет, американцев, правда, не было, французы, все пенсионеры. Люди в пожилом возрасте путешествуют по миру. Мы с одним, мы с немцами, мы сидели за столиком. Думаете, это банкиры? Думаете, это, вот, скажем, пожилая? Нет. И пароходик-то не очень. А причем здесь? А это при том, что человек, проработав всю жизнь, достоин, может что-то скопить. И на лечение, и на путешествие. Почему? Он верит, что страна... Не копите. Нет, я другом. Он верит, что страна о нем заботится. Поэтому, когда мы говорим о европейской интеграции, я сейчас говорю не о духовных вещах. Мы говорим о том, что какие-то страны путем своего развития от средневековья все-таки дошли до того, что, ну, как-то они свободны. До чего дошли? Ну, до чего. Давайте перечислим все достижения этих стран. Ну, хорошо. Помимо до однополых браков. Да, есть отношения. Нет, не о духовной стороне говорим. Да, свободы наркотиков, Голландия, передовая страна. Хорошо. Вы говорите, что допустим, немцы, бельгийцы, голландцы, итальянцы, ну, не знаю, все европейцы, да, как сказать, все их достижения ничего не стоят, потому что они реализовали однополые браки. Почему не стоят? Стоят? Дело в том... Но если это финал, то зачем тогда бороться? За что бороться? А вообще, я хочу сказать... За однополые браки в итоге? Нет. Да нет. Садом? Финал другой, он написан в книге «Апокалипсис». Мир сгорит. Другое дело, что... Так а зачем копить? Какие пенсии, если мы все сгорим? А что там копить с пенсией-то им, Сереж? Что им там копить-то? Ты не жил на пенсию, что копить-то? В конце концов, я даже не сказал так. Путешествие по Европе навряд ли накопить можно. Право самоопределиться таким образом. Ну, вообще не вопрос. Однозначно нельзя. Вопрос не там, как они определяют, что все определяется. Я говорю о том, что там есть часть населения, которая хочет одного, другая другого. Украина расколота. Все. Как вы призываете не вешать на одних ярлыки, но вешайте тут же на других. Вы же не знаете, что там происходит полностью, да? Вы тоже подвержены какой-то информации, которая поступает извне. Если бы вы там жили, вам могли говорить, и то вы могли бы говорить только за тот угол, где вы живете. Но я всегда на стороне вижу.
Когда мне кажется, человек... У нас, возможно, разные понимания обиженных, да? Да. У вас свои обижены, у меня свои обижены. Ну, я точно, наверное, тоже сейчас здорово обижен. А вам его не жалко? Ну, нет, не жалко. А мне жалко. Мне тоже жалко. Мне жалко. Что же, он предал свой собственный Беркут, сбежал, надо было с автоматом умереть на ступенях президентского дворца. Конечно, он бросил там золотой батон. Да вы поймите, как можно жалеть человека, у которого золотой батон и золотой унитаз. Ну что это такое? Если бы он был... Золотой батон. Жалеть Кирилл Михайлович. Золотой батон обычный. Кирилл Михайлович, вы все время апеллируете, мы христиане, мы христиане. Вы сейчас о чем говорите? Я говорю о том... Как можно жалеть? Такого человека, ну, так такого я, золотой батон. Как политика, конечно, как политика жалеть. А конечно, за что его жалеть? Конечно, нет, стоп, стоп. Вы тогда и говорите. Ну, как политика мне его не жаль. Как политика мне его не жаль. Мы же говорим о человечестве. А о человечестве для того, чтобы жалеть его, нужно знать. Вы его не знаете, поэтому тоже не можете говорить жалко. А мне в любом случае его жалко. Откуда? Я вот и вас плохо знаю, мне вас жалко. Да вы же лучше меня знаете, чем Янукович. Вы говорите о жалости. Янукович, если бы умер на ступенях, героем. Батюшка, ваши сожаления тоже иногда... имеют некий сомнительный оттенок. Ответ, ну, в прошлый раз вы нам посоветовали посмотреть фильм «За холмами». Вот я посмотрела, да. Вот, но, честно говоря, несмотря на то, что вроде как сюжет простой, честно говоря, я не поняла. Вот там, кого жалеть больше? Потому что вроде как смотришь, что все жалко, и в то же время после фильма какой-то вот послевкусие остается непонятным. Ну, если бы я знал, что вы спросите, я бы, конечно, зачитал бы эту статью, она, правда, еще не опубликована, но в целом фильм очень проблемный. Я даже сравниваю его с советским фильмом такого антирелигиозного плана «Тучи над Борском», потому что там было у меня омерзительное ощущение, ну как, я просто боялся в детстве, эта сцена, если кто-то помнит, распятие девушки на кресте в сектантской. Там, кстати, Михалков, который теперь самый главный российский патриот и православный, он там играл мальчика, который в антирелигиозном шествии играл попа. Вот надо Михалкову напомнить одну из первых его ролей. Но дело-то в другом. Дело в том, что тот фильм создавался именно как попытка отпугнуть людей, симпатизирующих религиозной жизни, отпугнуть их от священнослужителей, от церкви. И поэтому они смешали в одну кучу и пятидесятников, и других харизматических сектантов, и православную символику. Но я помню, я смотрел, мне было, наверное, лет 8-9, он шел по телевизору, и я просто вот даже в каком-то плане я боялся больше, чем «Всадник без головы», потому что я знал, что «Всадник без головы» — это выдумка. Вот, это все-таки, ну, такая сказка, хотя и мастерски оформленная. А вот это где-то есть, и оно очень страшно. Вот, и не дай бог, значит, к этому хоть как-то прикоснуться. А ведь фильм «За холмами», ну, он, по сути дела, о том же самом. Он о современной церковной жизни, которая может при отсутствии трезвости, с которой сегодня Кирилл Михайлович начал, она может привести к таким же последствиям. Когда священник, который говорит как живой патерик, да, исключительно святыми отцами, не может истерику отличить от одержимости, и в результате чего гибнет живой человек, вот, хотя он правильный, все монахи не говорят, а мы зла не хотели. Они не хотели, но у них нет трезвости. Вот получается так, что реально-то они играли в православие. Как только вот эта реальность заканчивалась, выражающая себя в отношении к храму, благочестивым фразам, на кухне-то они вели себя вполне светские люди. Любопытствие может быть гораздо больше, чем, ну не знаю, безбожники светские, живущие миру. А уж сцена подготовки к исповеди, простите, такое вызывает отторжение нравственное. Вот и самое главное, что героиня, которая несет в себе, ну, я имею в виду двойкицу, да, героиня, которая несет в себе, ну, какой-то естественный, что ли, свет. Она во Христе и в церкви нашла для себя так много. Поэтому вот если сравнивать ее со всеми монахинями этого монастыря и даже со священником, у двойкицы больше всего. Но она по смирению считает недостойной проповедовать своей подруге и уступает вместо профессионалам. А они ее доводят, сами понимаете, для чего. Поэтому выпица первая реагирует на эту псевдоцерковность таким поведением. Помните, когда очередная сцена отчитки идет, и она видит, как они ее мучают, она постепенно через боль и недоумение начинает с ненавистью смотреть. И на этого священника, на этих монахинков убивают ее подругу, по сути дела. Вот, и поэтому даже уже в последней сцене, вы помните, она выходит к полицейским в свитере Алины, да, чтобы как бы с одной стороны
отождествить себя с ней, а заодно и взять ответственность за произошедшее. И полицейским дает недвусмысленные точные ответы по поводу того, что произошло. А главное, это реальная история. В 2005 году вот какой-то 35-летний старец вместе со своими коллегами, да, уморили там девицу какую-то в Румынии. И там у румынского общества распалось на две части. Одни говорили, что вы стоите на веру Христову и на все святое, а другие говорили, да вы там устроили нам здесь средневековье с мракобесием. Ну, этот батюшка получил 7 лет тюрьмы, монахини по 5 лет, но потом по амнистии они сколько-то отсидели выше. Вот, то есть это не выдумка. Я даже скажу так, в отличие от тучи над Борском, где каждый кадр – это издевка над, ну что ли, реальным горением человеческой души к Богу. Издевка. А вот этому режиссеру румынскому удалось от этого воздержаться. Видим, что он как будто действительно с камеры зашел в реальную жизнь. Вот они так живут. И очень похоже, он даже не расставляет акцент. Это хорошо, это плохо. Вообще даже не поймешь отношение самого режиссера к тому, что происходит. Это выводы, которые я сделал в своей статье. Но она гораздо пространнее. Она называется «За холмами религиозной культуры и здравого смысла». Офицер, а вообще, честно говоря, трудно было понять, эта девушка больная все-таки или она бесноватая? Посмотрите «Изгоняющий дьявола». Ну, да. Да, посмотрите сравните. Конечно, а больная. Что еще можно было сделать? А что можно было сделать? Она стероидного типа. И ее истерика проявляется по мере того, как она понимает, что единственное в этом мире живое существо, которое она любит, с ней не останется. Она даже пытается понять это, допуская, что Бог есть, которому она молилась. Вот, но по мере развития своего сюжета, все, что ей может продемонстрировать православный монастырь, да, вызывает у нее глубочайшее недоверие. Ну и она срывается вначале на монахиню, которую она подозревает, что эта монахиня заняла вместе в офисе ее место, а она потом, сами понимаете, что происходит. То есть она больна. Что же ей нужно было делать? Ну уж не закалывать галоперидолом, как это сделало одно государство. Да? Ну, они вроде больницу ее отдавали, из больницы ее выпихнули. Выкидывают на улицу, они не могли. Парадокс, что она была сделать? Но этот вот батюшка, да, старец, который ведет себя так, как сказать, со властью, что ли, да, он должен был элементарно принять решение задолго до того, как эта история началась раскручиваться. Вот. Несколько там было моментов, когда можно было здравое принять решение. Во-первых, не запугивать Войкиц тем, что она не должна ее сопровождать, потому что она вернется другая, что ей вообще лучше не возвращаться. Вот это не надо было делать. Во-вторых, вызвать полицию, когда девица бросила икону и стала применять свои каратистские наклонности. Вот и все. Это же, приходит в голову каждому здравомыслящему человеку. А он, с одной стороны, там бесконечное влечение Западу выносит и говорит о том, что на Западе творится и до чего там дошли, но у него здравомыслия нет, элементарно. Он сам разваливает монастырь. Я ничего не развалил. Ты еще и монастыря не имел. Он как раз говорит против монастыря. Там такой священник, который... Я пока еще никаких башен не развалил. У меня тоже такое же чувство. Ты посмотрел, да? Да. И я думал, что я не понял. Вы сейчас сказали, и у меня тоже такое же чувство было. Вот. И там, кстати, еще красной линией проходит то, что получило государство от Евросоюза. Голодьба вообще, то есть, ни света, ни газа вообще, и нет денег на то, чтобы все это купить. Вот. Я знаю, не скажу за остальные страны, которые вошли в Евросоюз, но за Эстонию, я тоже точно то же самое скажу. Когда страна, тем более савдеповская, входит в Евросоюз, то Евросоюз ее имеет, потом ущемляют русских вообще до бесконечности и получают, русские получают, живут в Таллине, так же как у нас в России, то есть в мегаполисах. Вся остальная, то есть Эстония славилась своим сельским хозяйством, ничего практически не осталось. Вот. То же самое. 350 евро в месяц и все. То же самое в Греции, то же самое во всех остальных, посчитал, что счастье там. Не соглашусь. Во-первых, возьмите те страны, которые прошли через Вторую мировую войну. Да, в том числе и те, которые были на стороне сатаны.
Почему немцам удалось так быстро поднять свою экономику? А. Из-за покаянного настроения. Б. Из-за того, что их даже Гитлер не отучал от трудолюбия. Советская власть над, в общем-то, исторически трудолюбивым, привыкшим выживать в труднейших климатических условиях мужиком, произвела небывалый эксперимент. Я думаю, что все здесь сидящие этому свидетели. Она делала вид, что платит, а он делал вид, что работает. Поэтому, когда Германия была разделена на две части, и встал вопрос о разрушении Берлинской стены, до сих пор бизнесмены Запада предпочитают не брать на работу немцев с Востока. Потому что этот советский эксперимент в Румынии, в Албании, не знаю, в Прибалтике. И самое главное, что чем дольше советская власть на какой-то территории европейской просуществовала, тем сложнее этому человеку европейские понятия о труде, о ответственности интегрироваться. Вот и все. Вот и весь ответ на этот вопрос. Почему? Потому что кого не успели сломать, ну вот то же самое, то, что Кирилл Михайлович рассказывал про Финляндию, про финляндского крестьянина, например, про восстание у нас в Сибири, где не было общинной собственности. Везде, где была частная собственность на землю, где человек мог жить плодами своего труда и знать, что государство его в этом защитит, везде он бы очень быстро отправлялся от коммунизма. А где вот весь этот экспортированный наш советский строй и в отношении к труду и зарплате мы поставляли в Европу, там они плохо оправляются. Посмотрите, это уже нет ни в Италии, этого нет ни во Франции, этого нет ни в Германии. Кстати, Италия проиграла Вторую мировую войну. Вот, нет, немножко, нет, видимо, о другом человек говорит. Просто Евросоюз поставил условия закрыть сахарный завод, закрыть там консервный завод. Очевидные вещи. Очевидные вещи. Просто это реально, как бы, да, ну, там, ну, сотрудничаем, да, ведь город процветающий, Липая, в котором было там достаточно много жителей, да, сейчас сократился втрое, там негде работать, вообще негде работать. А куда жители из Липая уехали? Они уехали в Голландию, в Англию. Да. Ну, да. Нет, кто-то в Россию, очень много в Россию уехало, вернулось, потому что там флот стоял, поэтому там очень много было офицеров, там, ну, неважно, матросов, они уехали. Но вот на самом деле, это Евросоюз, если Литва не взяла этот козырек и не стала закрывать свой там, завод, бетонный, там, цементный и так далее. Теперь латыши покупают этот цемент у литовцев и говорят, вот литовцы молодцы, их правительство. Они вроде как сказали, подписали, да? Но при этом почему-то не торопятся все это закрывать. А латыши все, ну я имею в виду латыши, все чиновники, вот, все закрыли. Вы очень четко выразили вот эту позицию, может быть, не проговорив ее, мы ни к чему не придем. Дело в том, что мир после грехопадения не предполагает отношения между нациями по образу отношений между людьми. Христос говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Философы-утописты говорили, возлюби другую нацию, как свою собственную. Это никогда в истории не удавалось. Ну, слушайте, больше, ну, и меньше человеколюбивым отношением к другому народу могли себя проявлять определенного рода политики. Но, как правило, государство стало вместе с вами. Вопрос. Христианство накладывает все-таки отпечаток, который вот это хищническое, пожирающее другого. Я тебе перезвоню сейчас, ладно, повторю. В свою пользу. Не человека, а народ, да? Христианство это как-то все-таки мешает, да, уменьшает. Поэтому вот те вещи, о которых вы рассказываете, они, с одной стороны, действительно существуют. Действительно, и в европейской политике, несмотря на то, что это христианские народы, были моменты еще до 20 века, такие, как там, франко-прусскую войну, вспомните, между Германией и Францией, извечный политический противник. И те, и другие были христианами на тот момент. Гитлер еще никаких неонацистских проявлений в сознание нации не вбрасывал. И вообще не было еще тогда. Но, тем не менее, эти противостояния были. Другое дело, что вот мы сейчас описываем эти вещи, и возникает вопрос, а почему все-таки, несмотря на такое унижение, на то, что Рома назвал выживанием, выжиманием, да, а потом бросанием, да, несмотря на это, все-таки хотят туда, они к нам. Вот почему? Вот почему? Мы ошиблись. Раз они нас выжили, нам ничего не оставили, придем, покаемся, бывший Советский Союз, скажем, нам так у вас хорошо жилось, у нас лишили сельского хозяйства, у нас лишили производства своего. Мы ошиблись. Давайте вернемся и опять будем одним целым. Почему никто не вернулся? Никто за что русскому хорошо, что немцу смерть. За нас тоже получается, что первое. Не будем никогда милыми кому-то. Нельзя.
Второе, к России присоединяться тоже. То есть вот как они жили, ну единственное... Пока что только узбеки присоединяются к нам в больших количествах. Таджики еще почему? Таджик больше присоединяется, чем узбек. А почему именно нас выбрал? Ну, потому что Путин уже давно давал понять, что после... Джордж, ты прищемил мне ножку Буша. После того, как Буш ушел, вот, а Белый дом понял, что все эти игры с бывшим агентом, да и с нынешним агентом, как были бесполезны, он решил дать американцам понять, что мы им кузьки на мать покажем. Они поменялись в отношении к нам, похолодели же отношения. Куда им бежать? Кто его еще защитит? В Северную Корею только. В Северную Корею. Говорит, жить там хорошо, а убирать у нас хорошо. Значит, мы остаемся островком надежды. Для Сноудена, таких как Сноуден. Островком для таких как Сноуден. А иначе зря мы здесь сидим. По-прежнему остаемся в Англии. Только никто не плывет на островок. Потому что когда патриарх начинает говорить, берите оружие, не берите оружие, просопротивляйтесь армии, не сопротивляйтесь армии, то тут уже сразу же возникает вопрос, ну а что это, личное мнение патриарха или суждение евангельского извода? Вот тут я ничего не вижу. А потом я бы еще добавил одну вещь, я не очень хотел этой темы касаться. Вот Сергей, там однополые браки. Да вы понимаете, допускай 100 однополых браков. Не пускай. Секундочку, я не закончил, а поставил запятую. Пускай 100 однополых браков. Если бы во главе церкви был епископ, который на вопрос, что должен вообще делать епископ и любить, он отвечает, епископ должен любить бедность. И он живет так, и все видят, что он действительно любит бедность. И он бедный сам епископ, и этого же требует, так сказать, от своих посомых. И он является образцом христианина в стране, там или в Евросоюзе, где есть однополые браки. Ну и что? Вы что думаете, так сказать, что таких отношений не было там? Или проблемы это не было тысячу лет тому назад. Главное, что есть пример. Я знаю, что они были. Есть пример христианского. У нас нет однополых браков, а вот со всем остальным, к сожалению, у нас да. И вот зато и другого у нас, да, епископов, любящих бедность, что-то вот, так сказать, с этим. Как-то сложности какие-то у нас, да. Вот. А тот, кто тому епископ. Что нам? Бросить нашу страну? Нет, подождите. Да, самим становиться лучше. Сергей, Кирилл Михайлович сказал уже, выход вопрос, сказал. Да? Вы говорите, так сказать, что проблема Евросоюза, вот они это, и однополые браки. Я говорю, ну давайте уже до конца тогда эти рассуждения доведем. И епископ, который любит бедность, вот у них тоже там есть. А у нас почему-то и однополых браков нет, и вот такие сложности. Да, но и зато все остальное. Поэтому однополые браки, это, так сказать, порождение, ну, я не знаю, грибов. Я апеллирую. У нас, я боюсь, Сергей, что однополые браки тоже будут, а всего остального не будет. Когда это вот есть, это но будет. Не декларируется, что это законно, это везде. Да я же не говорю, что это, так сказать, хорошо. Спасибо, плохо, конечно, я свою позицию на эту тему часто изъяснял, но я просто к тому, что в том же самом Евросоюзе, грехи, которые вы перечисляете, да, если на одну чашу весов положить, на другую, я не убежден, что чаша с грехами однополыми, она перевесит. Вот ей понятно, что она перевесит в будущем, когда будем гореть. А в будущем, Сергей, так сказать, вот правильно, для того, чтобы нам не гореть, надо о себе, надо становиться лучше. О своей семье, да. О своих близких. К сожалению, мы не изолированы. Мы ходим в школу, наши дети ходят, и если это будет преобладать, то постепенно. Ну и что, мы опять с оружием в руках будем истреблять это, Сережа? Мы не сможем остановить. Тот же ведь. Мы не остановим. Да, может быть, это станет нормой через 200, через 300 лет. А что это вообще говорить? И что тут сказать? От этого теперь, да? Нужно теперь вот этим мерилом. Наверное, когда будет апокалипсис, такое будет норма. Мы себе представить-то не можем. И что же мы будем... А в Евангелии написано, не воруй, не убей. Да. И про однополые браки тоже написано. А, кстати, про однополые браки там написано. Еще расскажите нам, что там этого нет. Да почему? Нет, есть там все послание. Например, когда мы были в Советском Союзе, нас же не пугали тем, что у них однополые браки. Нам говорили, что у них негры бедствуют. Да, они там бедствовали, реально. Ну, то есть всегдашнее вот это политическое. Да, и бездомные люди, которые... Она выискивала какие-то вещи. Видел и с той, и с другой стороны, что у нас медведи тоже не ходили по Красной площади. Негров-то своих у нас было дополна. Ну, все были негры. Но я не делал вид, что я работал. Я работал. Сколько бы мне ни платили. Так что не надо обобщать. Меня не успели приучить делать. Слава Богу, я считаю, что я тоже работала, но я вижу до сих пор. Да и нечего жаловаться, если делали вид, что работали, нечего жаловаться, что у вас сейчас маленькая пенсия. Вот и все.
А у тебя большая пенсия будет? Я от государства будет большая пенсия. Пенсионный возраст или чем? Я специально не заканчиваю, потому что все равно многие останутся на. Да, да, да. Конечно. Вот тезис, который Сергей бросил, давайте его обсудим. А что же нам оставить свою страну? Вот, потому что живем в государстве, у нас такая цель жизни. Получается тогда, что любая страна – это какая-то, ну, российская заповедь, и порой нет, земля – это власть вторая. Вот. Мне кажется, что нет. А в чем еще? Ну, вот когда мы умрем, у нас что, будет деление на русского и украинского? Я не знаю, вы не знаете. Нет, написано. Вот, нет. Но нет, Евангелие не будет даже мужского пола и женского. Вы говорите, русские украинцы. Да. То есть мужского и женского пола не будет, а русские украинцы будут. Ни Ирина, ни Гриха. Да, почему это? Причем у них даже в Царстве Небесном что, в своей территории будут? Ну, допустим, нет. Почему это даже? Это к тому, что Климент Римский в свое время сказал, братья, беспорливы и ревностны, потому что немало не относятся к спасению. Погибнет Россия, не погибнет, погибнет Америка, не погибнет, пока тебе и твоим детям Бог судил в этой жизни жить, и у тебя есть Евангелие, по которому ты выстраиваешь и свой внутренний мир, и общение свое с другими, что тебе может помешать? Вот что тебе может помешать быть хорошим человеком? Почему надо спасать Россию или наоборот губить ее? Вот если бы, вот аминь просто и все. Ну, вот аминь. Ну да. Но от вас... К сожалению, или не знаю, не к сожалению, может наоборот, к счастью. Зачастую другие проповеди исходят. Да я Кирилл Михайлович тоже. Все, согласен. Я сейчас вам. Вот отвечу. Другие, понимаете? Вот сейчас то, что вы последнее сказали, я они, думаю, и так. Я сейчас вот я думаю, на коллег, я думаю, так. Если государство все-таки необходимо, оно необходимо, раз уж люди решили такую форму себе общественной жизни устроить, вот, то тогда мое отношение как христианина к государству исходит из принципа добро-зло. Могу это принять или нет? А в первую очередь, исходя из того, что чем и пророки занимались, какого простому человеку, маленькому человеку при этой форме правления. Когда, помните, евреи избирали царя, они хотели царя, как у прочих народов, чтобы он ходил перед ними. А что пророк им говорит? Он говорит, будет над вами царь, но с вашими детьми будет то-то, с вашими пенсиями будет то-то, с вашими армиями будет то-то, тогда застоните от царя своего. Если бы политический лидер, который, безусловно, но мне бы импонировал не просто своей энергией, потому что и Фидель Кастро, и Гитлер были очень энергичные люди. А если бы он пытался в делах своей политики, как, скажем, Рузвельт, да, трижды избранный на этот пост в Америке, если бы он пытался сделать что-то, чему я, как христианин, бы радовался, я бы сказал. И если бы патриарх, допустим, именно, скажем так, в адрес такого политика сказал, как Кирилл... Михайлович. Нет. Когда Александр Невский умер, митрополит Кирилл, забыл какой, да, он сказал, солнце земли русской закатилось. То есть, когда и политик, и достойный иерарх сходятся в таком синтезе, который симфония называется, потому что и его жизнь, и его жизнь, и его взгляды, и его взгляды, ну, они близки с евангельской точки зрения. Тогда, конечно, моя реакция будет такая. А когда вы говорите, что в моих проповедях, или в самгон, или на лекции звучит что-то другое, так я на стороне обиженных. Когда в Беслане расстреляли детей, я о чем говорю, а вы еще тогда не ходили. Я говорю ведь не о том, что чеченцы звери, вот если вы помните ту мою проповедь. Потому что если волк ведет себя получше, что его осуждает? Я хочу спросить с хозяина овчарни, да, который этих зверей туда пустил. Он-то для чего сидит на этом месте? С него-то, ну как, если уж мы ему отдали свои голоса, налоги платим и так далее. Почему он овчарню свою не защитил? Ну вот такие проблемы, я говорю, сейчас на том стоит. Ну потому что как? Ну, и допустим, вы допускаете, что вы можете заблуждаться? Конечно, конечно. Просто, знаете как, контраргумент против моих заблуждений, он, во-первых, должен быть на евангельской основе, во-вторых, он не должен быть просто эмоциональным. Как Христос говорит, если я не прав, ну скажи, в чем? Сейчас я вам скажу. Ну да, да. В чем? Да. То, что мои призывы, так называемые, да, к тому, чтобы не обозначать категоричную и там критично какую-то такую вот односторонность, да? Вы же говорите, что нет, если это не соответствует Евангелию, ну, тут же вы говорите, о чем он думает тот-то и тот-то, почему он не делает того-то, не того-то.
Вы думаете, что это так надо сделать, а тот, кто этой овчарни посылает, он думает по-другому. И вы не знаете, о чем он думает. Но вы сейчас уже судите, о чем он думает. Вы говорите, что вот по делам. А вы попробуйте сделать так дела. Вы ставите у руля 150-миллионного населения. Батюшка не встает у меня. А здесь сидеть и рассуждать о том, что надо было сделать так. У меня, надо было так. Сережа, у меня совсем маленькая паства, не 150 миллионов. Но даже перед этой пастой, сейчас это будет, я спущусь и скажу, простите, если я вас обидел. Вы сильный человек. Мы часто слышали от тех, кто над нами, Не часто. Тут соглашусь, не часто. Нет, Борис Николаевич слышит. Но за это и пожалеть можно, что не способны. Что вот когда он вышел и кричал вот так, мы победили, я бы на его месте стал на колени и попросил, сказал, спасибо, что вы еще раз мне доверили. А он кричал со слезами на глазах, мы победили. Я против этого. И за это его не уважаю. За то, что он не развелся с женой, я его не уважаю. Понимаете, то есть, но это не значит, что мы же должны его осуждать. Вы же нас не этому учите. Мы не должны осуждать. А мы можем оценить это как-то и обсудить, но осуждать мы не можем. Что с человеком будет через день, через час, мы не знаем. Что, батюшка призывает осуждать кого-то? Во-первых, он христианскую точку зрения по каждому поводу рассказывает. Батюшка не нуждается, вот, честно говоря, в защите. А это не защита, ты сейчас говоришь, вы не понимаете, зачем ты говоришь. Мы не понимаем. Может быть, действительно, я уж настолько в своих империях живу, что как бы что-то такое говорю, что вообще не соответствует ни тому, что люди чувствуют, ни ради чего не живут, и еще что-то. Поэтому я как-то могу же, собирайтесь в гости ко мне на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слову, то есть я готов. Вот. И самое главное, мне кажется, что когда мы вот такие вещи без обид проговариваем, они же потом крутятся в голове какое-то время. И я долго над эту тему думаю, думаю, если там кто-то такой человек заметил, сказал, значит, стоит порефлексировать, может быть, что-то. Вот рефлексируйте. Ну, я Когда получается, что... Вот митрополит Филипп Колычев, да, он приходил к Ивану Васильевичу и говорил, ты людоед, зло творишь, и тоже пастырь твой говорил. А Сергей, а нельзя осуждать Ивана Васильевича? Да. Иван Васильевич осуждать нельзя, он уже стоит во главе. Это наш передёрка. Нет, подождите. Вы не доигрываете. Нет, я вам переигрываю. Вот. Я, так сказать, ничего не передёргиваю. Я говорю о том, что как раз американец, по 17-й съезд партии, так я ничего не осуждаю. В следующий раз тогда. Вот, значит, проблема... Нет, ну только при чем здесь это, как говорится, отец Евгений Гоголь, а не ваш, извините. Вот, значит, дело в том, что мне кажется, что как раз главная эта задача, ну, не главная, конечно, но одна из важнейших задач, поскольку церковь существует здесь, на земле, изначально, это инструмент, когда она легализовалась и получила статус, да, при императоре Константине, да, она и заключалась в том, чтобы церковь всегда обличала власть. Обличала власть. Даже не так, Кирилл Павлович. Она всегда претендовала на то, чтобы быть царствами от мира сего. А мы так увлечены царствами от мира сего. Своими ли, успехами ли американского, которое, конечно, на крови на нашей построено. Или наоборот, ни рыбой, ни мясо украинским. Мы так вот озабочены этими царствами, да? Хотя, когда умрем, нам действительно будет до этого абсолютно безразлично. Были там войска, не были. Просто если есть возможность не проливать кровь, надо ее не проливать. Тот же поэт, которого цитировал отец Евгений, написал, что... Вы сейчас меня сделали таким кровопийцем? За войну и за пролитие крови. Царство погибают от того, и всем дальше, чем горше, что люди царства своего не уважают больше. Так вот, как бы Советский Союз развалили не либералы, которые тогда в природе еще не существовало, а просто от того, что люди перестали это царство уважать. И с Российской Федерацией будет то же самое, если ее уважать не начнут. Так вот, когда мы говорили, вы говорите, так сказать, да, с чего у нас начался разговор? С того, что я говорил, моя тезис, я на этом настаивал, продолжаю, что прежде чем думать о выселении каких-то, так сказать, окраин, присоединений, нужно сделать так, чтобы хотя бы твои собственные граждане, в твоей собственной стране царство, вот это наше, чтобы они его уважали. Но для этого власть должна пример подавать, она должна какие-то телодвижения сделать, да? Как минимум. Вы его не уважаете? Кого? Царство нынешнее? А за что мне его уважать? Я его уважаю. Нет. Сережа, знаете, другая аналогия. Почему? Потому что восточные славяне, белорусы, украинцы и великороссы, они очень напоминают семейную ситуацию, когда, например, женится молодая пара, и совершенно очевидно, что и у той, и у другой есть родственники. Но бывает так, что один разговор свекрови с невесткой или тесть с зятем приводит к тому, что
от этой родственности им никогда не отказаться, потому что, ну, вот такие родственники. Но с одними они общаются с радостью и говорят, ну, вот там, к маме иду. Она не теща, а любимая мама или вторая мама. А другим говорят, слушай, если так помните у Довлатова, тесть, свекр говорит невестке, там, Шура, мне в тебе одна просьба. Вот если ты ее исполнишь, да, у нас с тобой будет мир и согласие. Ты меня в гости к себе не зови, и ко мне не приходи. Вот, да, вот если так, такого рода вещи возникают, то повторяю, от родственности никуда не уйти, но общаться не хочется. Вот и все. И это всегда ведь так с нами, и в дружбе точно так же. Я либо себя проявляю таким образом, что человек, может быть, даже без слов, без великих слов о любви и дружбе, он все время хочет там приходить, еще что-то выслушать. Ну, потому что к нему по-человечески отнеслись хорошо. А другой говорит исключительно о любви. Как там, вышел нам вон проповедник и зарычал о любви. О любви бесконечно говорит. Но общаться совсем не хочется. И мне кажется, не родина, потому что родина, о которой рассказывает Кирилл Михайлович, она в положительных достижениях нации. И когда вы вспоминаете красных и белых, все-таки надо помнить, что одни там за Пушкина, Достоевского, Тургенева, митрополита Филиппа, Александра Невского и так далее, а другие там за Коминтерн, за Троцкого, за Ленина. Ну разные же они идеалы защищали. Почему? Потому что странно было бы, да, будучи приобщенным к тысячелетию российской культуры, выступить на стороне красных. Что-то ну не очень там они... Да. Вы скажите, кто Пушкина в советское время как-то по-другому к нему относился, чем Джон? А это они и называют самой большой ошибкой. Если они хотели действительно создать другого человека, у вас нужно было помимо... А значит, я думал на эту тему. Нужно было Сережа, нужно было уничтожить и всю русскую литературу. Не уничтожили, но преподали нам ее, мы все помним, каким образом. Как мы разбирали отцов и детей, как мы разбирали преступления и наказания, хотя бы попытались эту вивисекцию совершить. Но это была ошибка. Нужно было и литературу уничтожить полностью. Как уничтожили казачество, поймите. Вы уверены, что это была ошибка? С точки зрения большевиков, конечно. Я не уверен, что это была ошибка. Я уверен, что это был человеческий подход. Да, это первое. А второе, момент. Сергей, скажите, пожалуйста, вы говорите, человеческий подход, но если это власть, она съела 9 миллионов человек, о каком человеческом подходе из своего собственного народа? Как можно говорить теперь о человеческом подходе? Это был не человеческий подход, а скорее рациональный расчет. Сейчас мы, Михайлович, с вами пойдем в долгую дискуссию. Все, помолимся. Да. А вы согласны, что никто не делит? Достойная есть.